головой и сказал, не стоит забывать, насколько могущественны демоны. Плюс у них имеется весьма мощная самоуничтожающая атака, благодаря которой один воин сможет одновременно сносить нескольких наших бессмертных. Таким образом мы довольно быстро останемся без нежити, и ничего не помешает демонам заполонить континент Арк. Миган кивнула. Сейчас у Джа около 20 миллионов нежити в его руках, но они являются основной ударной силой против демонов и богов поэтому они не могут себе позволить разбрасываться ими. Луиза кивнула и сказала, но даже если мы не станем трогать город, демоны и так потратят на его создание некоторое время. Тем самым мы сможем намного лучше подготовиться. К тому же, за это время вполне возможно и боги начнут действовать. Естественно, первым делом они попытаются устранить демонов, как самую опасную угрозу. Джа кивнул и обернулся, чтобы посмотреть на двух девушек. А где Лаура и Берри? Луиза кивнул и сказала, сестра Лаура все еще занимается передачей материалов, ей помогает Каир, но товаров слишком много. Что же касается Берри, то она любовалась красотами пространственной фермы, и где она сейчас, мне довольно трудно сказать, все же этот мир уже довольно большой. Джа вздохнул и сказал, для меня все эти пейзажи уже слишком скучные, для Берри наверное самые красивые в мире. Ведь если основной пищей магических зверей в мире демонов были листья Каир, то мне даже страшно представить, насколько там не хватает нормальных растений и еды. Поэтому и неудивительно, что Берри настолько впечатлена пространственной фермой. Луиза также вздохнула, а Миган посмотрела на их возлюбленного и сказала, «Брат Джа, тебе не кажется, что в последнее время сестра Риана, кажется, очень отчаянная?» Я вижу, что ее тело уже начинает сдавать, может стоит ей сказать, что не нужно настолько много работать. Джа вздохнул и кивнул, а затем переключил экран на империю льва. Сейчас Риана обрабатывала некоторые документы в кабинете короля, хотя Джа ушел, но великая знать не осмеливалась пренебрегать девушкой. Что же касается Рианы, то она прикладывала максимум усилий, желая как можно лучше управлять страной, и от этого выглядела еще более уставшей. Джа посмотрел на Риану, девушка была еще тоньше, чем когда они встречались два дня назад. Естественно, глава клана Буда не мог не забеспокоиться. У Джа все же были некоторые чувства к девушке, и ему не хотелось, чтобы она перетруждалась. Да, возможно, таким образом она пытается показать, что уже далеко не та избалованная девушка, которую он знал, но, похоже, все зашло слишком далеко. Джа также считал, что он несколько несправедлив по отношению к Риане среди его женщин, только она ничего не знала о пространственной ферме. Поэтому он собирался уже сегодня открыть ей этот секрет. Так что глава клана Буда перенес себя непосредственно в комнату к девушке. Та, в свою очередь, почувствовав, что больше не одна, подняла глаза и посмотрела на того, кто решил побеспокоить ее. Джа кивнул и посмотрел на Риану. «Пойдем». Демоны появились возле бездонной бездны, я сражался с ними, но не смог победить, правда и не проиграл. Так что теперь нам стоит использовать горы Аккра, как естественную линию обороны, чтобы заблокировать их. Райана, слушая Джаа, ничего не говорила, но затем, когда он закончил, произнесла. Надеюсь ты не пострадал? Джаа слегка улыбнулся. Нет, я не пострадал, но, к сожалению, сейчас я ничем не могу помочь тебе. Но так много работать не очень хорошо, так что пошли, я отведу тебя к месту, где ты сможешь отдохнуть. После этих слов он взял девушку за руку. Риана поначалу хотела выскользнуть, но потом счастливо улыбнулась. Джа же тем временем открыл пространственную трещину. Глава 695. Идея Билли. Джа никогда не рассказывал Риане и Ивану о пространственной ферме. Эти двое знали лишь то, что глава клана Буда обладает довольно могущественными пространственными способностями. Когда они оказались на месте, Риана увидела необычную виллу, а также Луизу Смиган, что встречали их. Риана просто не могла не вытащить руку из руки Джа, а затем медленно не склонить голову. Она все еще считала себя ниже, чем Луиза и Миган. Ведь девушки были дочерьми гораздо более могущественных кланов. Луиза и Миган, увидев движение Рианы, лишь слегка улыбнулись, но ничего не сказали. Джа же повернулся, чтобы посмотреть на девушку, а затем кивнул и произнес «Риана, пожалуйста, хорошо отдохни здесь. Думаю, Миган и Луиза покажут тебе, что тут и как». Риана кивнула, а Луиза и Миган, подойдя к ней, отвели девушку в пространственную виллу. Джа же вышел из фермы, на этот раз он не стал отправляться обратно в город демонов. Вместо этого глава клана Буда посетил гномов. Последние также жили фактически в землях империи Будхан и поэтому, если они не уйдут, то обязательно столкнутся с демонами. Когда Джа прибыл к гномам, атмосфера совершенно отличалась от той, что была когда он уходил. Ранее железные горы были наполнены жизнью, кто-то что-то ковал, кто-то мастерил, девушки шили одежду, по улицам деревень носились дети, но теперь здесь практически пусто, остались только войны. Тем не менее, Билли все еще работал в своем прежнем кабинете. Джа, появившись в железных горах, сразу же отправили к нему. Когда Билли увидел главу клана Буда, то немедленно спросил, как все прошло. Демоны действительно появились? Джа кивнул и ответил, да и у меня даже уже была стычка с ними, но она закончилась в ничью. Услышав это, Билли тяжело кивнул. Он знал, что немертвые существа Джа были весьма могущественными, и если даже они не могут совладать с демонами, то ситуация действительно весьма плачевна. Джа повернулся, чтобы посмотреть на Билли. «Патриарх, а как у вас дела?» «Сумели подготовиться?» Билли же кивнул и ответил. «Подготовка идет очень хорошо». К тому же, благодаря твоим магическим животным мы можем вполне свободно связываться с эльфами. Джа кивнул, отправляя женщин и детей в черную пустошь, он передал гномам большое количество водных магических зверей, и теперь ими пользовались, чтобы значительно ускорить курсирующие между эльфами и гномами лодки. Билли посмотрел на Джа и сказал, люди Империи Будхан все еще не сбежали и, боюсь, им для этого понадобится как минимум два месяца. Однако, не думаю, что демоны дадут им так много времени. Так что стоит подумать о других путях. Джа кивнул и сказал, я тоже так считаю. Город демона не может удерживать вражескую армию слишком долго. Поэтому я хочу атаковать армию демонов в городах Империи Будхан. Билли кивнул и сказал, этот план довольно неплох, но есть некоторые проблемы. Если ты хочешь атаковать армию демонов в горах, то тебе нельзя полагаться на армию Империи Будхан большинство их воинства тяжелая кавалерия. Нет, она весьма сильна, но, как сам понимаешь, только на равнинах, которых в империи Будхан довольно много. Так почему бы нам в дополнение к местным всадникам не добавить еще и зверолюдей? Пусть кавалерия обитателей прерии и тяжелая кавалерия империи Будхан нападут на врага вместе с твоими воздушными силами. Таким образом мы могли бы не только задержать демонов, но и значительно сократить их силы, ведь так? Джа замер на мгновение он действительно не думал об этом. Теперь, когда Билли упомянул об этом, глава клана Буда вспомнил, что они используют силу всех обитателей континента Арк, чтобы противостоять демонам. И если объединить разные народы, то, вполне возможно, они смогут компенсировать слабости друг друга и по максимуму проявить сильные стороны. Осознав эту мысль, Джао просто не мог не встать. Он думал о том, как реализовать этот план. Кавалерия зверолюдей очень сильна, лучники эльфов невероятно метки, а если их разместить на мистических орлах, то они ничем не будут уступать демонам. Иными словами, эльфы будут сдерживать летающих демонов, в то время как наземные силы будут состоять из кавалерии людей и зверолюдей. Тем временем гномы могут вырыть туннели под городами империи Будхан, благодаря которым можно будет не только внезапно атаковать противника, но и при необходимости сбежать. На самом деле не стоит обвинять Джа в том, что он не думал об этом раньше. Ведь глава клана Буда никогда прежде не командовал настолько крупными силами. Даже более того, Джа не мог просто приказывать своим союзникам. В конце концов, в каждой стране имелись свои люди, отвечающие за армию. Поэтому глава клана Буда мог только предлагать те или иные идеи. Можно сказать, Джаа просто поддерживал связь между различными правителями, но не обладал особым влиянием. Но теперь после предложения Билли Джаа понял, что лучше не зацикливаться только на горах и подготовить еще несколько вариантов защиты. Когда Билли заметил, что Джаа довольно долго ничего не говорит, то также ничего не сказал. Похоже, глава клана Буда еще не думал о подобном. Впрочем, так как Джао все еще был слишком молод, в этом нет ничего странного. Со временем он получит необходимый опыт и больше не будет совершать подобных ошибок. Через некоторое время Джа взглянул на Билли и сказал: Патриарх, теперь я знаю, что делать, но на этот раз мне необходимо попросить гномов отправить войска в город демона. Ведь если мы его потеряем раньше времени, то уже ничего не успеем сделать. Билли кивнул и сказал, «Это не проблема, можешь быть уверен, мы сумеем отправить наши войска в любое время». Джа кивнул и сказал, «Хорошо, тогда направьте 50 000 солдат в город демона, а я немедленно отправлюсь в империю Будхан, чтобы поговорить с королем, а затем попрошу зверолюдей и эльфов отправиться на бой с демонами». Когда же нам удастся объединить несколько народов, то мы начнем защищать самые важные города этой страны, но от маленьких поселков придется отказаться. Билли кивнул. Ситуация в империи Будхан весьма особенная, поэтому нам необходимы только те города, что имеют стратегическое значение. От средних же и малых поселений не будет никакого прока. Джа кивнул и сказал, ну, для начала мы должны подготовить армию, поэтому я сейчас же отправлюсь к королю империи Будхан, затем навещу короля зверей и королеву эльфов, чтобы обсудить с ними эту стратегию, Билли кивнул и сказал, хорошо, тогда иди, а я тем временем начну собирать армию. После этих слов Джа отправился в столицу империи Будхан. На данный момент город казался намного более оживленным, чем обычно, но глава клана Буда понимал, что это не более чем иллюзия. На самом деле все эти люди на улицах спешили сесть на корабль, чтобы уплыть в империю Льва так что довольно скоро даже столица станет похожа на город-призрак. Место, где появился Джа, находилось за пределами королевского дворца. Сейчас, после введения военного положения, везде можно увидеть различные патрули. Джа вышел из пространственной фермы и тут же вызвал костяного дракона, а затем разместившись у него на голове и полетел к дворцу. Теперь все в шести империях знали, что немертвый дракон является символом Джаа, и поэтому, независимо от того, куда он летел, все осознавали, кому именно он принадлежит. Сейчас статус главы клана Буда на континенте Арк был невероятно высок. Он мог использовать любой из королевских дворцов для проведения совещаний. Впрочем, это и не удивительно, ведь он приносил самые свежие новости с передовой. Естественно, внезапное появление Чжао в империи Будхан не могло не вызвать волнения в столице. Воины и маги смотрели на него с надеждой во взгляде, а вот великие дворяне с беспокойством. Они боялись, что глава клана Буда принес весьма дурные вести. Король империи Будхан сидел в главном зале и занимался внутренними делами. Ведь переместить население целой империи довольно непростая задача и на ее выполнение потребуется явно не несколько дней. Когда же костяной дракон Джа приземлился во внутреннем дворе, Евнух сразу же поспешил доложить об этом правителю. Когда король услышал о визите Джа, то был ошеломлен. Он также, как дворяне, боялся, что Джа принесет слишком плохие новости. Ему и так не хватало времени вывести всех из страны, а если Джа скажет, что ситуация еще хуже, то король просто не будет знать, что же ему делать. Поэтому, когда Джао вошел во дворец, король собирался выйти из главного зала, чтобы встретить его, и когда глава клана Буда увидел правителя империи Будхан, то тут же поздоровался с ним. «Рад видеть вас, ваше величество». Тот же, в свою очередь, вернув приветствие, спросил «Мистер Джао, почему вы здесь? Неужели ситуация на линии фронта настолько печальная?» Пожалуйста, будьте уверены, что через два дня к городу демонов прибудет более миллиона элитной кавалерии. Глава 696. Перегруппировка. Когда Джа увидел короля империи Будхан, то сразу же понял, о чем он думал. Так что глава клана Буда слегка улыбнулся. Не волнуйтесь, ваше величество, на фронте нет никаких проблем. Я пришел лишь для того, чтобы поговорить. Когда король услышал об этом, то кивнул, и они вместе с Джа вошли в зал. Там уже собрались все министры, и сейчас они довольно нервно смотрели на главу клана Буда. После того, как Джая поприветствовал министров, глава клана Буда сообщил, демоны выбрались с бездонной бездны, но не спешат атаковать. Сейчас они прикладывают множество усилий, чтобы построить город. Строит город? Когда Джао сказал об этом, все собравшиеся в зале оказались весьма ошеломлены, но затем они сразу же поняли, почему демоны действуют подобным образом. Джая посмотрел на всех и сказал, вам не нужно волноваться. Вчера я уже атаковал демонов, так что не стоит переживать ситуация под полным контролем. К тому же, сейчас демоны будут заняты постройкой своего города и не станут нападать на континент Арк. Поэтому в нашем распоряжении есть немного времени. После этих слов люди, собравшиеся в зале, вздохнули с облегчением. Джа же обратился к королю империи Будхан, Ваше Величество, на этот раз я пришел, чтобы попросить Вас не отправлять слишком много войск к городу Демона. Король империи Будхан замер на мгновение, а затем нахмурился, что Вы этим хотите сказать, на что Джа ответил, Город Демона слишком мал и не подходит для столь крупномасштабных военных действий. К тому же, Ваши элитные войска это в основном кавалерия. А в городах она фактически бесполезна. Поэтому я предлагаю отправить ее вместе с войсками зверолюдей и эльфов в самые стратегически важные места. Таким образом мы сможем не только замедлить силы демонов, но и значительно уменьшить их количество. Итак, что вы на это скажете? Король империи Будхан спокойно закрыл глаза. Он довольно долго занимался делами армии своей страны и поэтому отлично знал все ее слабые и сильные стороны но на этот раз демоны напали слишком внезапно. Однако это не значит, что с ними нельзя сражаться. Король империи Будхан очень четко понимал, что его страну уже не спасти. В противном случае он не стал бы соглашаться с предложением Джа эвакуировать всех жителей, поэтому не чувствовал боли от потери этих городов. Он прекрасно знал, что бесполезно страдать за тем, что не сможешь сберечь. Стало быть сейчас лучше всего спасти все, что сможешь спасти. В то же время он также рассматривал возможность реализации плана Джа. Кавалерия империи Будхан известна во всем мире. Кроме того, после использования доставленных магических зверей, они стали еще более мощными, чем раньше. Зверолюди также известны своей кавалерией, так что имея в своем распоряжении две столь могучие силы, у империи Будхан действительно появится шанс противостоять демонам. Кавалерия гномов также неплоха, но она не слишком знаменита, а вот их пехота действительно очень сильна. Несмотря на небольшой рост их двуручные молоты наносят огромный урон. Что же касается эльфов, то они являлись невероятно умелыми лучниками, поэтому, если объединить все эти силы, то мощь получившейся армии окажется весьма впечатляющей. Подумав об этом, король империи Будхан медленно открыл глаза и сказал, хорошо, давайте сделаем так, как вы сказали. Я немедленно отправлю свои войска и организую еще одну линию обороны. Во всяком случае, теперь все люди уже отошли, и мы можем биться в полную силу, не беспокоясь о случайных жертвах. Джа кивнул и сказал, хорошо, тогда, пока вы готовитесь, я отправлюсь к эльфам и зверолюдам. Король империи Будхан встал и кивнул, благодарю вас за старание, но, боюсь, несмотря на все это, империя Будхан все же исчезнет с лица континента Арк. Джа же быстро сказал, Ваше Величество, вы слишком вежливы, я также думаю о благополучии континента Арк, поэтому, пожалуйста, будьте уверены, что все люди империи Будхан будут хорошо обустроены в империи льва. Или же, если появятся желающие, они вполне могут отправиться в империю Аксу. Король империи Будхан посмотрел на Джа и не знал, что сказать он прекрасно понимал, что без помощи главы клана Буда империя Будхан была бы разрушена и уже никогда бы не имела ни единого шанса возродиться. Джао попрощался с королем, а затем покинул дворец. Когда он вышел из зала, правитель империи Будхан сказал «Прикажите армии собраться в Янгпинге в кратчайшие сроки, пять городов водяного колеса станут нашей второй линией обороны, вдоль реки Асидуа будет третья линия обороны на ее западном берегу». Пусть флот начнет сотрудничать с кавалерией, чтобы доставить войска как можно быстрее. Затем широкий язык Байха, Тон, Нюван, а также все города, что составляют огромную стратегическую важность. Необходимо, чтобы демоны заплатили страшную цену за захват каждого метра нашей страны. После этих слов министры империи все, как один, выразили свое одобрение. А король, глядя на них, сказал, мистер Джа отчаянно сражается, чтобы выиграть для нас время но даже несмотря на всю свою силу, ему не одолеть демонов в одиночку. Однако, ведь Великая Империя Будхан никогда не боялась войны. Поэтому, если мистер Джа может так много делать для континента Арк, то чем мы хуже? Наша Родина должна стать полем битвы, но это значит, что никто, кроме нас, не будет настолько хорошо знаком с нашим же домом. Так дадим же демонам понять, насколько сильно они ошиблись, когда решили напасть на нас. После этих слов министры хором ответили «Да, Ваше Величество». Король же тем временем продолжил. Весь континент Арк вступил в особый период, и даже иные расы придут нам на помощь. Поэтому я хочу, чтобы вы хорошо запомнили, они а братья нашей человеческой расы, а не чужаки. Передайте мой приказ всем, любой, кто осмелится пренебрегать нашими союзниками только потому, что они не люди, будет сурово наказан. Министры снова ответили в унисон, а король империи Будхан кивнул и сказал: Хорошо, тогда идите и готовьтесь. Что же касается провизии и прочих материалов, то вопрос с их доставкой мы еще обсудим с мистером Джаа. После этих слов министры поклонились и вышли из зала. После того, как все разошлись, король медленно сел на свой трон. В это время его глаза так и сверкали. Ха-ха-ха, рассмеялся он, а потом сказал, ну что же, маленькие демоны, давайте посмотрим, кто окажется сильнее, мои железные кавалеристы или вы. Ха, ха 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 В последние несколько дней король чувствовал, что его просто заваливало различными проблемами, но сейчас все снова стало так же просто, как и в армии. Перед тобой враг, и ты обязан одолеть его, действуя согласно плану. Джа же ничего не знает об этом, сейчас он был уже у дерева жизни эльфов. Естественно, стража сразу же узнала его и немедленно доложила о визите главы клана Буда королеве. Когда Чжа прибыл во дворец, ее величество вместе со старейшинами уже ожидали его в большом зале. Чжа, увидев их, тут же быстро поприветствовал. Рад снова увидеть вас, ваше величество, и вас, великие старейшины. Королева же быстро сказала, мистеру не стоит быть настолько вежливым. Лучше скажите, что послужило причиной для вашего визита. Произошло нечто важное? Джа кивнул. «Я прибыл, чтобы обсудить с вами весьма важный вопрос», и глава клана Буда рассказал королеве и старейшинам о предложении Билли. В самом же конце своего рассказа Джа произнес «Безусловно, этот план стоит внимание, и поэтому сейчас я пришел, чтобы попросить Ваше Величество отправить войска к городу Демона, а затем в Империю Будхан». Ее правитель уже поддержал эту затею, но каков будет ваш ответ? Королева нахмурилась. Честно говоря, ей очень не хотелось, чтобы эльфы и люди сражались вместе, но она также знала, что план, предложенный Билли, вполне возможен. Поэтому она тут же кивнула и сказала, «Хорошо, мы отправим около пять тысяч наших стрелков в город демона». Джа кивнул и сказал, «Благодарю вас, ваше величество, но сейчас прошу простить меня, я должен отправиться к зверолюдам, чтобы собрать войска». Однако, я могу гарантировать, что никто из людей не станет косо смотреть на эльфов, иначе он познает мой гнев. Также я хотел бы оставить вам 5000 мистических орлов, чтобы вы могли использовать их в качестве маунтов. Знаю, у вас есть воздушные силы, но мои орлы намного более крепкие, чем ваши птицы. Так что вы даже можете отправиться верхом на них прямо к городу демона. Услышав это, королева кивнула и сказала, «Не волнуйтесь, мистер Джа, мы сейчас же начнем готовиться». Затем глава клана Буда передал эльфам свой подарок и отправился дальше. Когда Джа ушел, старейшины сказали королеве, «Ваше Величество, а не слишком ли рано нам посылать войска?» «На самом деле, с силой наших воинов мы вполне можем защитить эльфийский лес, так зачем нам сотрудничать с людьми? Почему мы должны помогать им после всего, что они нам сделали?» Глава 697. Суета. Королева покачала головой и сказала, боюсь, все не так просто. Хотя лес – это наш родной дом, у нас не так уж много воинов, а у демонов ресурсы мира гораздо большего, чем у нас. Так что они просто задавят нас числом, несмотря на все наши усилия. Так у нас нет иного выбора, кроме как начать сотрудничать с людьми. К тому же, даже если их объединенные силы не могут остановить демонов, то какие шансы у наших воинов? Это просто невозможно. Выслушав королеву, старейшины кивнули, соглашаясь с ней. Да, по сравнению с демонами их очень и очень мало. Поэтому они не смогут выиграть в войне на истощение, особенно если учитывать тот факт, что количество эльфов увеличивается невероятно медленно. Королева же тем временем снова обратилась к старейшинам, к тому же теперь, когда у нас есть гарантия мистера Джа. Нам выпал отличный шанс показать всем на континенте Арк, насколько же сильными являются эльфы. Кроме того, если все расы объединят силы для сражения с демонами, а мы не явимся, то эльфийский лес окажется в еще большей изоляции, чем раньше. Старейшины кивнули, они прекрасно понимали, что в их лесу имеются далеко не все необходимые им ресурсы. Так что усиление изоляции весьма негативно скажется на их народе. Джа совершенно не заботился об этом. Сейчас он направился прямо к королевскому дворцу зверей. В эти дни король зверей готовился к войне, так что вся прерия знала о вторжении демонов. Но так как оно происходило слишком далеко от их земель, зверолюди могли только поддерживать людей определенными ресурсами. Джа отправился во дворец, чтобы поговорить с королем зверей. Тот сейчас не был слишком занят, поэтому сразу же пригласил главу клана Будагостиную а затем спросил, ну, как, как продвигается битва. Джа же, посмотрев на короля зверей, не мог не улыбнуться. На линии фронта все хорошо. Но на этот раз я пришел к вам, чтобы попросить отправить ваши войска в бой. Услышав это, король зверей замер на мгновение, а затем сказал, на самом деле мы совершенно не против поучаствовать в столь славной битве, но наши земли слишком далеко от империи Будхан. Поэтому как же нам добраться до нее? Джа, глядя на короля зверей, просто не мог не улыбнуться. Не волнуйтесь, на этот раз я пришел в основном, чтобы рассказать вам о том, какие же отправить войска. Лучше всего отправить часть из них защищать город демона. Таким образом, а затем Джа рассказал о ситуации, сложившейся в империи Будхан. Выслушав его, король зверей кивнул и сказал, хорошо, отлично, я сразу же все улажу но вы сказали, что нужно будет защищать город. Полагаю, туда следует направить племена со строением тела, как у людей, у которых не очень мощная кавалерия, но довольно хорошая пехота. Пожалуй, так будет лучше всего. Джа кивнул и сказал, хорошо, тогда я должен вернуться в город демона. Вы же, как только соберете армию, сразу сообщите об этом мне. Тем временем войска империи Будхан также готовятся. Так что, надеюсь, все вместе мы сумеем отбросить демонов. Король зверей кивнул. Не стоит волноваться, мы, зверолюди, уже давно хотели сразиться с демонами. Так что позвольте поблагодарить вас за такую возможность. Джа рассмеялся и сказал. Хорошо, тогда мне пора. Если вам будет нужно еще кое-что, то просто скажите. Король зверей кивнул, а глава клана Буда отправился в пространственную ферму. Однако он не сразу отправился в город демонов, перед этим Джа посетил королевский дворец империи Аксу. К данному моменту Борису удалось немного восстановить армию, но ее боевая мощь оставляла желать лучшего, так как большинство ветеранов пали в последней войне со зверолюдьми, так что сейчас империя Аксу была самой слабой страной континента Арк, но это не значит, что они не вступили в альянс, чтобы противостоять демонам, поэтому Джаи отправился к Борису, чтобы рассказать о своем плане и прибытии беженцев с империи Будхан. Ранее Джа и Борис были заклятыми врагами, но перед лицом общего врага им пришлось стать союзниками, но так как на этот раз это была их не первая встреча, все прошло намного более спокойно. Борис пригласил Джа в кабинет, а затем приказал слугам принести Киджи, после чего спросил, итак, на этот раз вы принесли новости с фронта? На что Джа, слегка улыбнувшись, ответил, не стоит особо волноваться, на линии фронта пока все спокойно. На этот раз я прибыл, чтобы обсудить несколько иные вопросы. После разговора о линии фронта и беседы с Борисом Джа посмотрел на короля империи Аксу и сказал «Ваше Величество, я хорошо знаком с ситуацией в империи Аксу. На этот раз я не буду просить вас прислать войска». Однако, поскольку ситуация на линии фронта с каждым днем будет становиться все более и более напряженной, поэтому, пожалуйста, будьте готовыми. Сейчас же мне нужно кое-что вам рассказать, прежде чем я отправлюсь в другое место. Выслушав главу клана Буда, Борис кивнул, а затем сказал: Можете быть уверены, империя Аксу будет плотно сотрудничать с остальными и сделает все возможное. Джа кивнул хорошо, тогда я должен идти в империю розы. Борис встал и, прощаясь с главой клана Буда, произнес: Я хотел бы поблагодарить вас за оказанную помощь, несмотря на нашу вражду. Поверьте, империя Аксу сделает все возможное, чтобы победить в этой войне. Джаже, в свою очередь, ответил, «Ваше Величество, вы слишком вежливы, а противоречие между мной и вами – это только наш внутренний конфликт. И он никак не связан с людьми Империи Аксу. Надеюсь, вы сумеете обеспечить нам надежный тыл». А Борис ответил, «Пожалуйста, будьте уверены, мне хорошо известно, что нужно сделать». Джа кивнул и, поклонившись Борису, повернулся и покинул дворец. Джа хотел отправить часть войск из Империи Розы и Империи Льва в Империю Будхан. Последняя была весьма известна своими железными всадниками, в то время как в Империи Розы элитой считалась тяжелая пехота. Что же касается Империи Льва, то она славилась магической кавалерией для создания которой использовались довольно могущественные магические звери. Естественно, пехота отправится в город демона, а всадники на равнины империи Будхан. Джа некоторое время не был в империи Розы. И хотя теперь он является королем империи, Джа действительно не хотел им быть. Это устраивало и короля империи Розы, что привык видеть в нем просто зятя. На этот раз Джа отправился в дворец Розы, чтобы встретиться со старым королем. Они провели встречу во дворце и, конечно же, говорили о демонах. Естественно, когда евнухи вдруг сообщили, что прибыл глава клана Буда. Король и казались ошеломлены и подумали, что что-то произошло на линии фронта. Поэтому они сразу сказали: пусть войдет. После того, как Джао вошел в комнату, он сразу же поприветствовал короля Рындольфа. Правитель империи Розы посмотрел на главу клана Буда и спросил: Что случилось? Младший Джао, что-то не так с городом демона. Но с твоей силой невозможно, чтобы демоны смогли прорваться. Неужели они сумели разбить твои войска? Что случилось? Джажи быстро ответил, тесть это не так. Ничего плохого на линии фронта не произошло, на этот раз мы пытаемся осуществить немного иной план, а именно организовать еще несколько линий обороны в империи Будхан. Так что я пришел к тестю, чтобы попросит прислать нам в помощь часть войск империи Розы. Король кивнул и сказал, это не проблема. Раньше я тоже думал, что создавать линию обороны только в горах Акра не самая лучшая идея. Но теперь все в порядке. В империи Будхан преимущество кавалерии неоспоримо, поэтому я готов выделить необходимое количество солдат. Джа, услышав это, улыбнулся и сказал, «Хорошо, я искренне благодарен вам, тесть, но больше не могу оставаться здесь, мне необходимо вернуться в город демонов». Старый король кивнул и сказал, «Хорошо, зять, запомните, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, а сейчас нам необходимо проучить тех ублюдков, что осмелились напасть на нас». Джа слегка улыбнулся и ответил, «Пожалуйста, будьте уверены, что все будет хорошо». Старый король удовлетворенно кивнул и сказал, «Ах да, как там Луиза и Миган? Вы ведь постоянно мотаетесь туда-сюда и поэтому не можете довольно часто видеться с ними?» К тому же, сейчас они ничем не могут вам помочь, так что не лучше ли вернуть их сюда? По крайней мере это спасет вас от излишней суеты. Джажи натянуто усмехнулся и сказал: Но мой тесть это на самом деле далеко не так. Они не добавляют мне головной боли, а наоборот, очень помогают мне. Все действия моей армии Нежити зависят исключительно от них. И у них действительно очень хорошо получается. Старый король Ириндельф выслушали джа а затем с удивлением посмотрели на него. Вы имеете в виду, что позволили Луизе и Миган пойти командовать нежитью. На что Джао с улыбкой ответил, «Неужели вы думаете, что я посмел бы солгать вам?» Конечно, это правда, Меган и Луиза уже несколько раз командовали немертвыми, особенно когда мы путешествовали по морям. Девушки отлично проявили себя в битвах с морскими драконами, а теперь они готовятся сражаются против демонов. Я думаю о том, чтобы позволить им и дальше направлять мою армию. Так что если они вернутся сейчас, это будет огромной потерей для меня. Услышав это, старый король улыбнулся и сказал, «Хорошо, но я действительно не думал, что у двух юных девушек могут быть подобные таланты. Тогда пусть и дальше следуют за тобой, но убедись, что они всегда будут в безопасности». На что Джа быстро ответил, «Не волнуйтесь, дорога тесть, я справлюсь». Глава 698. У нас есть рафинер. Джа посмотрел на пузыря, что плавал прямо перед ним. Хотя у этого парня не могло быть никакого выражения, глава клана Буда буквально мог чувствовать его самодовольный взгляд. Тем не менее, Джаа тоже был очень счастлив. Все дело в том, что пузырь наконец полностью освоил технику очистки при помощи воды. Правда, при этом ему пришлось извести множество растений. Но лучше пусть тренируется на них, чем испортит что-то действительно важное. Джао посмотрел на самодовольный вид пузыря и вздохнул. Почему ты так доволен? лотос в бассейне еще не улучшен, и если ты случайно его повредишь, то я очищу пространственную ферму от тебя. Пузырь не слишком боялся Джа, но все же предпочитал не злить главу клана Буда. К тому же, лотос и в самом деле был невероятно ценен и его уничтожение просто невероятно огромная потеря. Также стоит отметить, что хотя Пузырь обычно ведет себя крайне вызывающе, он уже признал Джа главным и поэтому все-таки правильно расставлял приоритеты. Поэтому он тут же отправился к бассейну и уже через мгновение магический массив, находящийся в нем, исчез. Впрочем, это совершенно не удивило Чжа, ведь он знал о пространственном хранилище внутри пузыря. Чжа подозвал пузыря и попросил показать лотос. Как и ожидалось, внутри духа воды был небольшой пузырек с лотосом внутри. Чжа кивнул, а затем, глядя на пузыря, сказал «Пузырь, запомни, будь крайне осторожен с лотосом, ибо цена малейшей ошибки слишком высока» так что улучши его настолько, насколько это можно сделать, и совершенно безопасно. Ты же меня понимаешь? Пузырь кивнул и ответил. Не волнуйтесь, молодой мастер, все будет хорошо. Стоило же Джа войти в виллу, как он увидел улыбающуюся Риану, что разговаривала с Берри. Они и еще несколько девушек указывали на экран и что-то бурно обсуждали. Когда все услышали, как дверь открылась, несколько человек обернулись и увидели, что Джа уже вернулся поэтому тут же встали и поздоровались с ним. Джа посмотрел на них, а затем сердечно улыбнулся и почувствовал тепло в своем сердце. Что случилось? Может вы обсуждали новые формации? На что Луиза, улыбнувшись, ответила. Да нет, на этот раз мы просто рассказывали Риане и Берри о ферме. Думаю, после всех приготовлений будет лучше, если Риана будет работать тут, чтобы немного улучшить свое здоровье. Что ты на это скажешь, старший брат? Джа кивнул и сказал, «Раз вы так решили, то вам не нужно спрашивать у меня разрешения. Риана, если захочет, в будущем может помогать Лауре. Ведь Луиза и Миган не слишком хорошо разбираются в подобных вопросах. Сейчас же на континенте Арк идет большая война, поэтому распространение ресурсов невероятно важный вопрос, и мы все должны хорошо поработать. В данный момент Лаура действительно немного занята, но вы двое должны командовать армией, поэтому ничем не можете помочь Лауре. Услышав это, Риана сразу же сказала, «Хорошо, брат Джа, я помогу Лауре решить этот вопрос». Джа кивнул и повернулся, чтобы посмотреть на Демонессу. «Берри, ты хочешь остаться с ними в пространственной ферме или пойдешь со мной?» Берри же быстро ответила, «Я, пожалуй, последую за тобой. Все сестры заняты своими делами в ферме» мне же сейчас слишком мало известно о тебе, так что это отличный шанс получше изучить друг друга. Джа кивнул и сказал, ладно, поступай, как хочешь. Как там ситуация в городе демонов? На что Луиза сразу же ответила, в городе демонов все спокойно, но гномы уже собрали свою армию и ждут, пока их перебросят к месту боевых действий. Джа на мгновение задумался. Попроси патриарха Билли немного подождать. Я немедленно отправлюсь к генералу Бассу и скажу ему обустроить лагерь только для гномов. Ведь как-никак это первое сотрудничество между людьми и гномами. Так что излишняя осторожность не помешает. Луиза кивнула. Хорошо, тогда я сообщу патриарху Билли. Младшая сестра Берри, раз ты решила последовать за братом, то, пожалуйста, позаботься о нем. Ты сама видела, что все мы слишком заняты, поэтому это можешь сделать только ты. Берри же быстро ответила. Сестра, будь уверена, я позабочусь о брате Джа. Джа ничего не сказал. На самом деле он привык, что Мэг всегда заботилась о нем. Но теперь она была слишком занята, помогая другим его супругам. Что же касается Берри, то ее все это не очень интересовало. Так что она вполне спокойно последовала за Джа. Бас сейчас немного беспокоился, он знал, что Чжао сражался с демонами, а затем вернулся в город и отправился отдыхать в тело костяного дракона. Генерал отлично знал, что после битвы глава клана Буда не пострадал. Но если Чжао на самом деле был ранен, то это может стать очень смертельным ударом для обороны города. Но теперь, когда глава клана Буда вышел, за ним следовала красивая женщина. Тем не менее, он тут же поздоровался с ним. «Мистер, пожалуйста, заходите и расскажите, как прошла битва с демонами». Джа слегка улыбнулся. «Все прошло не так уж гладко, но, тем не менее, без потерь. Так что мой бой с демонами закончился в ничью. Похоже, их боевая сила действительно велика, но сейчас я пришел к вам, чтобы обсудить совершенно другой вопрос». Баз же быстро ответил. «Внимательно слушаю вас». Джа улыбнулся и сказал, генерал, вы слишком вежливы, сейчас мы должны подготовить три лагеря в ближайшие несколько дней, чем скорее, тем больше гномов смогут нам помочь, они помогут нам разобраться с демонами, а еще через несколько дней сюда прибудут зверолюди и эльфы. Именно поэтому я хочу попросить вас организовать три относительно независимых лагеря, а самое главное, чтобы люди как можно меньше контактировали с ними, так мы сможем избежать большинства этнических конфликтов. Когда Басс услышал, как Джа это произнес, сначала замер, а затем обрадовался. Он очень хорошо понимал, что сейчас все расы готовы сражаться с демонами, но до этого момента еще никто не отправил войска. Прибытие подкреплений весьма положительно скажется на боевом духе. Хотя Джа этого не понимал, но Басс прекрасно знал, что все эти народы были приглашены Джа. Хотя стоит признать, генерал Басс действительно не думал, что Джа будет иметь столь огромный статус, что на его зов соберутся расы не людей. Так что он сказал, хорошо, можете быть уверены, все будет готово. Джа кивнул и сказал, эльфы в основном едят фрукты, овощи и не употребляют мясо. Поэтому при распределении материалов на это обратите особое внимание. Что же касается зверолюдей, то они, наоборот, очень любят есть мясо, впрочем, как и гномы. Плюс оба народа любят выпить, так что если у вас нет хорошего вина, я вам его оставлю. Баз же быстро сказал, да, сэр, все будет готово в самом лучшем виде. Джа кивнул и сказал, помните, лагерь эльфов должен быть чистым, так как они любят чистоту. Что же касается зверолюдей, то не смотрите на них как на монстров. У гномов на самом деле не такой уж тяжелый характер. А вот с эльфами действительно весьма трудно вести дела. Баз же быстро сказал, да, пожалуйста, будьте уверены, я все устрою. Джа кивнул и посмотрел на небо снаружи, а затем вздохнул. Я уже обговорил сложившуюся ситуацию с королями, и в данный момент формируется еще несколько линий обороны в империи Будхан, но до этого момента мы обязаны удержать город демонов. Как только Басс услышал это, в его глазах загорелось пламя ненависти. «Хорошо, пожалуйста, будьте уверены, я все устрою, но ведь таким образом наша империя Будхан будет уничтожена». Джао вздохнул и ответил. «Разрушенные земли — это просто земли. Пока народ империи Будхан находится в безопасности, страну всегда можно восстановить. Бесполезно жертвовать солдатами ради земли, самое главное — это защитить людей, живущих на ней». Глава 699. Гномы. Почти все обычные люди уже покинули город, поэтому Бассу не пришлось тратить много усилий, чтобы организовать три независимых лагеря. Бас также передал следующие слова. В ближайшие два дня в город прибудет армия гномов. Старайтесь не провоцировать их, так как характер у обитателей Железных гор довольно тяжелый. Но как только об этой новости стало известно всем на континенте, большинство обычных жителей континента Арк отнеслось к этому со скепсисом. Ведь во время прошлого вторжения демонов все расы сражались вместе. Но люди и люди не контактировали многие годы, так что теперь люди сомневались, что гномы и эльфы отправят им на помощь свои войска. Джажи совершенно не волновался из-за этого. После того, как Бассаб обустроил лагерь, глава клана Буда взял Берри, чтобы посмотреть на них после чего они отправились за пределы города и открыли пространственную трещину для гномов. На этот раз гномов возглавлял старейшина по имени Арихан, но он являлся младшим старейшиной, а это значит, что ему следовало во всем подчиняться Джа. Когда Арихан вышел из пространственной трещины, то поприветствовал Джа и сказал «Сэр, а вот и мы». На этот раз мы привели 50 000 солдат и 10 000 железных зверей. После того, как Джа вернул приветствие, он улыбнулся и сказал, «Хорошо, большое спасибо, на этот раз вас действительно очень много. Прошу, проходите вперед, для вас уже приготовлен лагерь». Арихан кивнул и отправился к своим войскам. Это были лучшие бойцы гномов. У каждого из них имелся боевой молот, щит и крепкие доспехи. В дополнение к этому каждый из них нес несколько небольших метательных топоров для дальних атак. Вскоре все гномы были готовы двигаться вперед, но перед этим Джая посмотрел на них и, слегка улыбнувшись, произнес «Братья, мы скоро отправимся на поле битвы. На протяжении многих лет вы впервые будете сражаться плечом к плечу с людьми. Поэтому они могут быть удивлены, увидев нас, но в этом нет ничего примечательного, им просто интересно, как же выглядят настоящие гномы». Однако, если кто-то осмелится посмеяться над вами, не волнуйтесь, я быстро уложу этот вопрос и накажу наглецов. Джао всегда говорил с гномами, поэтому они привыкли к этому. Так что когда глава клана Буда произнес это, все громко закричали, а затем пошли вслед за ним в город демонов. Естественно, гномы с любопытством рассматривали все вокруг, ведь мало кто из них бывал где-то, кроме железных гор. И вскоре их довольно крупная армия приблизилась к городу демонов. Естественно, первыми гномов заметила стража на стенах, но так как их вел Джа, они никак не отреагировали и лишь с любопытством смотрели на могучих воинов. Но так поступали не только стражи на стенах, многочисленные авантюристы тоже вышли поглазеть на гномов. Однако, все люди хорошо понимали, что гномов пригласил сам Джа, и если они действительно посмеют что-либо сказать обидное, то глава клана Будаим этого не простит. На самом деле авантюристы очень сильно боялись Джа, ведь несмотря на всю его помощь, все отлично помнили, что всего за один вечер огромная армия империи Аксу стала нежитью. Таким образом, эти авантюристы просто с любопытством смотрели на гномов, но не беспокоили их. Джа был весьма доволен сложившейся ситуацией. Он привел гномов в их лагерь, а затем взял Арихана, чтобы познакомить его с Басом ведь, в конце концов, им предстоит довольно много общаться, и посредник в этом явно лишний. Арихан последовал за Джа к генералу. Бас поздоровался с ним, а затем с любопытством посмотрел на гнома. А тем временем Джа произнес «Генерал Бас, позвольте представить вам старейшину гнома Фарихана». Арихан – это генерал Бас, именно он отвечает за защиту этого города. Арихан и Бас поприветствовали друг с друга, а затем Джа сказал «Хорошо, а теперь давайте обсудим сложившуюся ситуацию». И после этих слов они отправились в резиденцию генерала. Джа подошел к уже знакомой ему карте и указав на нее, произнес «Так, демоны вот здесь, поэтому необходимо поставить нашу линию обороны вот тут». Сейчас они заняты постройкой собственных укреплений, но даже с помощью магов это займет довольно много времени. Вот только, когда город будет готов, думаю, на континент Арк смогут проникнуть и демоны божественного уровня. Правда, даже они не смогут оставаться здесь слишком долго. Однако это не значит, что у нас не возникнет довольно много новых проблем. Поэтому сейчас у меня для гномов только одно распоряжение. В кратчайшие сроки вы должны создать несколько тоннелей, ведущих далеко за пределы города. Именно по ним мы отступим, когда придет для этого время. Услышав это, Арихан кивнул и сказал: Это не проблема. С подобным мы сумеем справиться довольно быстро. Джа кивнул, а затем повернулся к бассу и сказал: Вы должны хорошо сотрудничать с гномами, так как эти тоннели действительно важны для нас. Если придут демоны божественного уровня, нам нужно будет сбежать как можно быстрее. Бас кивнул и сказал, «Сэр, не стоит так беспокоиться, я знаю, что делать, поэтому не волнуйтесь». Джа кивнул и повернул голову к гному. «Арихан, вы также должны сдерживать гномов, не дайте им подраться с людьми. В это время все расы должны быть едины. В противном же случае нам никогда не одолеть демонов». Арихан кивнул и сказал, «Успокойтесь, я все устрою. На этот раз мы здесь, чтобы разобраться с демонами, а не сражаться с людьми». Джаа кивнул и повернулся, чтобы взглянуть на Баса. «Генерал, вы, в свою очередь, должны сдерживать наемников и авантюристов, не позволяйте им слишком многого, если они начнут приставать к гномам, то я им подобного не прощу». Бас кивнул, он также знал, что это было большое событие. «Теперь пришло время объединить все силы континента Арк и Джаа прибьет любого, кто попытается сорвать проделанную им грандиозную работу». Джая посмотрел на этих двоих и сказал, на этот раз гномы должны вырыть тоннель, но вход в него необходимо надежно спрятать, не позволяйте людям легко найти его, в идеале даже демоны не должны его обнаружить, чтобы мы могли в будущем контратаковать, Арихан кивнул, понял, будьте уверены, я знаю, как это сделать. Джа кивнул и сказал, хорошо, Арихан, идите отдыхать, а к работе приступите завтра. Генерал Бас, вас же я попрошу уделять этому как можно больше внимания, ведь через несколько дней сюда же прибудут зверолюди и эльфы, с которыми люди Империи никогда не имели дел. Бас также кивнул и сказал, можете быть уверены, все будет хорошо. Джа кивнул и сказал, Арихан, пойдемте, я провожу вас обратно и заодно дам вашим парням немного хорошего вина, чтобы им лучше отдыхалось. Арихан рассмеялся и сказал, это очень хорошо, сейчас у нас нет вина так что выпивка от вас будет весьма кстати. Джа тоже рассмеялся и они вместе с гномом покинули резиденцию генерала. Бас внимательно посмотрел на спины Джа и Арихана. Теперь он понимал, почему отношения между нелюдьми и Джао настолько хороши. Все потому, что глава клана Буда не смотрел на них свысока. Для него они ничем не отличались от людей. На первый взгляд достигнуть подобного довольно легко, но вот сделать весьма сложно люди в шести империях привыкли чувствовать себя гораздо выше других, и поэтому смотрят сверху вниз на нелюдей. И чем больше они так поступают, тем хуже их отношения с другими расами. Баз вздохнул и вернулся к работе. Честно говоря, еще недавно он и сам точно так же смотрел на нелюдей. Но сейчас ситуация совершенно иная, и высокомерию просто нет места. Джа тем временем отправил Арихана обратно в лагерь, а затем оставил гномам много вина. Что же касается остальных необходимых ресурсов, то их уже предоставил Бас. Джао посмотрел на демонов, что все также строили свой город. Честно говоря, он хотел призвать всю свою нежить и просто убить их. Но понимал, что это не сработает. Демонов гораздо больше, чем его армия, к тому же, маловероятно, что за столько лет они не учли возможность осады строителей, так что по другую сторону от пространственной щели наверняка размещены их самые элитные силы. Более того, джа теперь подозревал, что с другой стороны находятся именно демоны божественного уровня, так что, как только будет достроен город, все станет невероятно скверно. Причина, по которой у Джая возникла такая идея, заключается в том, что согласно полученной информации от Каир отправить короля демонов в первой волне с такими силами могли только существа божественного уровня. Сам бы он не смог организовать нечто подобное. Глава 700. После свадьбы. Хотя Чжао не сражался с королем демонов, он чувствовал, что тот может являться экспертом божественного уровня, но он не был уверен, что это действительно так, поэтому и не стал действовать опрометчиво. Но Чжао также полагал, что король демонов боится своей силы и поэтому в тот день так и не атаковал, а сосредоточился на постройке города. Если бы главе клана Буда противостоял только такой мастер, как король демонов, Чжао не стал бы медлить. Но, похоже, демоны полагаются не только на его божественные силы. За пространственной щелью находится по меньшей мере пять экспертов божественного уровня. Поэтому Джао и не рисковал атаковать, ведь ему никак не совладать с пять демоническими божествами. Что касается того, почему демоны сами не напали на них, то тут Джао не был полностью уверен. Возможно еще не все дьяволы собрались, или в их рядах нет единства. Фактически, на этот раз Джа действительно угадал. Ну или почти угадал. Еще не все эксперты божественного уровня прибыли на место. Плюс демоны только прорвались на континент Арк и сейчас хотели разведать обстановку. Как уже упоминалось ранее, эксперты божественного уровня не могли слишком долго находиться в нижних мирах. Особенно, если они вернулись не в свой изначальный, а прорвались в соседний. Но это еще не все. Естественно, даже просто пребывая тут, они ощущали массу ограничений, так что не могли сражаться на все сто процентов. Именно из-за этого король демонов настолько ревновал к нежити Чжа, ведь она могла биться в полную силу. Берри, что все это время находилась возле главы клана Буда, сказала, брат Джа, тебе не нужно слишком сильно беспокоиться. На этот раз количество демонов, что пришли напасть на континент Арк, действительно очень велико. Однако они не могут попасть сюда все вместе. К тому же, не все небесные дьяволы еще собрались. Так что до тех пор, пока город не будет построен, никто не станет атаковать. Джа кивнул и сказал, я тоже понял это, но у них уже есть несколько мастеров божественного уровня, сидящих в городе. Тогда почему они все еще не напали? Берри улыбнулась и сказала, это не так просто. Хотя у демонов есть мастера божественного уровня, насколько я слышала, им требуется некоторое время для адаптации к условиям континента Арк, иначе они не смогут сражаться в полную силу. Но на это требуется не так уж много времени, поэтому они и остались в строящемся городе. Джажи нахмурился и сказал, я боюсь, что если в мире демонов есть много мастеров божественного уровня и они атакуют нас по очереди, тогда мы в беде. Когда Берри выслушала Джа, то нахмурилась и сказала, да, это действительно проблема. Ведь, насколько мне известно, в мире демонов довольно много мастеров божественного уровня, и сражаться по очереди со всеми ними весьма хлопотно. Джа вздохнул, а затем сказал, кажется, что нам нужно как можно скорее начать воплощать в жизнь наш план, в пространственной ферме много трав, но те, что помогают достичь божественного уровня растут слишком медленно. В данный момент пространственная ферма уже достигла нужного уровня для выращивания всех необходимых компонентов, но вполне естественно, что все важные ингредиенты растут чрезвычайно медленно. Некоторое время назад Калер начала выращивать их. К тому же, даже процесс созревания этих трав существенно отличался. К примеру, женьшень в обычной игре можно было собирать несколько раз, но теперь он занимал более 100 му земли и давал урожай только раз. Более того, он требовал невероятное количество воды. Если же его не полить вовремя, то он засыхал и требовалось некоторое время, чтобы он снова начинал развиваться. Естественно, все это время на поле, занятом женьшенем, нельзя посадить другие растения. Но самое главное, что для создания препарата вам нужен был не один корень, а 81 корней, и это только женьшень. А ведь для зелья необходимо и множество других трав. Если вы хотите создать зелье, вам нужно больше сотни различных видов растений, и каждое из них очень трудно выращивать. Некоторые из этих растений пришли с земли, а некоторые были обнаружены на континенте Арк. К примеру алмазные фрукты, которых нужно еще больше, чем женьшиня. Именно из-за таких проблем Джа не смог продвинуть даже Грина до божественного уровня. Но теперь у него было достаточно трав для создания одного зелья. Таким образом, сейчас Джа как никогда нуждался в большом количестве трав, чтобы поднять как можно больше людей до божественного уровня, иначе против демонов им не выстоять. Есть еще одна причина, почему Джа не осмеливался сражаться с демонами, это существование богов. Теперь империя Церкви Света становится все более и более таинственной. На данный момент Джа уже совершенно не способен увидеть, что же там происходит. Разумеется, глава клана Буда не знал, что именно планируют делать боги, и поэтому не рисковал вступать в открытое противостояние с демонами, так как после победы над ними на него вполне могли напасть боги. Хотя изначально Джа хотел позволить богам сдерживать демонов, но даже к этому моменту небожители никак не проявляли себя, и поэтому глава клана Буда мог оказаться в весьма сложной ситуации. Так что ему пришлось превратить империю Будхан в огромное поле битвы, а затем вести демонов к границам империи церкви света. В этом случае боги уж точно не смогут просто бездействовать. Берри выслушала Джа, не слишком удивилась, узнав, что ему по силам создать зелье, способное поднять кого-то на божественный уровень. Ведь вчера Кайер довольно много рассказала ей о пространственной ферме и ее возможностях. Сейчас же Берри, смутившись, посмотрела на Джа и сказала, брат Джа, у меня девятый уровень и как суккуб, я стану значительно сильнее после свадьбы. И так как Барри сказала это с покрасневшим лицом, глава клана Буда сразу же понял, что именно подразумевает девушка под браком. Берри эксперт 9 уровня, и если она сейчас выйдет замуж, ее сила значительно возрастет. Вполне вероятно, она станет экспертом божественного уровня. Правда теперь девушка немного стеснялась посмотреть ему в глаза. Он определенно понимал к чему именно клонит Берри. Джа должен был жениться на девушке, но у них все еще не было самой важной ночи. Джа повернулся, чтобы посмотреть на Берри, а затем спросил «Это правда?» Берри застенчиво кивнула, а Джа рассмеялся и сказал «Тогда чего же мы ждем?» «Пошли». Затем он перенесся вместе с Берри в пространственную ферму, но не в виллу, а прямо в свою комнату. Демонесса также знала, что именно должно произойти, и поэтому не сопротивлялась. Но ее красное лицо от смущения выглядело еще более очаровательно. Джа взглянул на Берри и осторожно притянул ее к себе, а затем сказал, Берри, мне жаль, но сейчас ситуация слишком срочная, и у меня нет времени для полноценной церемонии, так что это может тебя огорчить. Берри подняла голову и, посмотрев на Джа, произнесла никаких обид. Это не имеет значения. Мне все равно, главное, что я стану твоей женой. Джая посмотрел на Берри и прошептал «Глупая девочка». После этого он нежно обнял ее и осторожно поцеловал в лоб. Девушка закрыла глаза, а глава клана Буда снова поцеловал ее носик, затем ушки, шею. Берри почувствовала, что губы Джая, казалось, несли огромный поток. Губы Джая коснулись ее, и в этот момент ее тело начало словно таять, совершенно не слушаясь ее. Джа аккуратно стащил с Берри одежду, не переставая ее целовать. Он продолжал облизывать ее, словно сладкую черешню, что с каждым разом становилось все вкуснее. Но самое лучшее, что Джа просто не мог остановиться. Вот он начал покусывать ее ушко, от чего Берри томно застонала. Язык Джа поднялся на вершину горы Берри или лучше сказать вершины гор, где его ждали еще несколько черешин после чего его рот медленно поднялся к лицу Берри, где их языки переплелись. В этот момент Джа приказал, и его наряд просто упал на пол, а затем он мягко уложил девушку на кровать. Глава 701. Кто первый? Когда Джа и Берри действительно стали одним целым, глава клана Буда вдруг почувствовал, что тело девушки начало высасывать из него энергию в огромных количествах, но, естественно, прекратить ублажать свою возлюбленную он не мог. Тем не менее, в какой-то момент энергия, поглощенная Берри, начала возвращаться обратно. Она была очень сильной, но теплой. Однако это еще не все. Сейчас она также казалась более чистой. Разумеется, Джа не мог не взглянуть на Берри, глаза девушки были закрыты, а в голове не осталось ни единой мысли. В какой-то момент у нее на лбу появился яркий свет, а когда он наконец исчез, то на его месте появился голубой кристалл. Джа просто не мог не поцеловать его, от этого Берри вздрогнула, затем открыла глаза и, глядя на своего возлюбленного, еще больше засмущалась. Джа снова поцеловал кристалл. Тело Берри начало дрожать, и она не могла не закричать. Для Джа Суккуб была как новая игрушка, с которой очень интересно играть. Как только девушка немного успокоилась, он снова принялся ее ублажать. После произошедшего Джа лежал на кровати, а Берри разместилась у него на груди и прошептала «Брат Джа, а я ведь действительно достигла божественного уровня». Джа слегка улыбнулся и ответил «Я знаю, но мне и вправду не верится, что твой клан обладает такими способностями, это потрясающе». Берри же сказала «Хотя в моем клане действительно есть традиция выходить замуж за того, кто смог выдержать духовную атаку, но это всего лишь правило, а не физическая необходимость». Поэтому если избранник нам не нравится, но мы все равно должны вступить с ним в брак, то наши силы возрастают не так уж и сильно. Джа, выслушав Берри, просто не мог не улыбнуться. Значит, ты действительно хочешь выйти за меня замуж? Ха-ха-ха, похоже, я все еще очень привлекателен. Берри не стала этого отрицать. А тем временем Джа поднялся и сел, при этом девушка оказалась у него на руках после чего он слегка улыбнулся и сказал «Пойдем, немного помоемся», а затем, поднявшись с кровати вместе с девушкой, понес ее в ванную. Практически все спальни пространственной виллы имели свою ванную комнату. Она была не очень большой, и фактически всю ее площадь занимала довольно большая ванна. Естественно, ее можно было наполнить горячей водой. Освежившись, они вернулись в кровать и хорошо отдохнули, а после этого оделись и спустились в гостиную где на них посмотрели несколько девушек лукавым взглядом. Миган даже моргнула, а заметив на лбу у демонессы кристалл, сказала «Поздравляю, Берри, кажется, что ты на самом деле достигла божественного уровня». Вот только услышав это, Суккуб густо покраснела и постеснялась даже посмотреть на других девушек. Миган, увидев это, просто не могла не улыбнуться. «Берри, почему ты так стесняешься? Во всяком случае, ты ведь тоже жена Джа, так что все в порядке». Джао же посмотрел на слегка мрачную Риану и слегка улыбнулся. Как там ситуация снаружи? Надеюсь все в порядке? Произнеся это, он сел рядом с дочерью Ивана. Когда Риана увидела Джа, то сразу же покраснела и опустил голову. Луиза же, посмотрев на своего возлюбленного, слегка улыбнулась, а потом сказала «Нет, ничего особенного не произошло. Демоны все так же строят, гномы уже начали рыть туннели стоит признать, они и в этом действительно лучшие». Скорость, с которой они работают, просто невероятна, а вход в туннель совершенно незаметен. На что Джа, слегка улыбнувшись, ответил. Они занимались подобным в течение долгого времени и, естественно, достигли немалых высот. Ну, теперь, пока с демонами все в порядке, я хочу поскорее увидеть богов. А то эти парни уж слишком долго бездействуют. Луиза нахмурилась и сказала. Боги еще даже не начинали действовать и это весьма странно. Брат Джа, как ты думаешь, сколько войск они отправят на этот раз? Джа покачал головой и сказал: Я не знаю, но, безусловно, все войны будут божественного уровня, ведь у них уже есть опыт снисхождения небожителей в Нижний мир, и поэтому на этот раз их обязательно будет гораздо больше. К тому же, вполне вероятно, что боги сумели разработать метод, позволяющий им оставаться на континенте арт гораздо дольше. Как только Джаа это сказал, Луиза нахмурилась еще сильнее, а затем произнесла «Если это так, то у нас будет еще больше проблем». Джаа кивнул, но затем он слегка улыбнулся «Это не совсем так. Нам не стоит забывать, что демоны появились слишком внезапно, и не только мы оказались застигнуты врасплох, я думаю, что боги также не ожидали подобного, они просто хотели разобраться с нами, но теперь у них появился намного более опасный враг» которого нельзя проигнорировать. В конце концов, боевая мощь демонов просто невероятна, и если боги будут бездействовать, то навсегда потеряют континент Арк. Луиза вздохнула и сказала, надеюсь, что это так. В этот момент последовала серия шагов, и в комнату вошли Лаура, Мэк и Ниэр. У всех девушек были очень усталые лица. Джа, увидев их, быстро встал, поприветствовал, а затем сказал, милые, как вы. Устали? Если вы слишком устали, пожалуйста, сделайте перерыв, не стоит так сильно загонять себя. Лаура мягко улыбнулась и ответила, все в порядке, не нужно так сильно беспокоиться о нас. Так, о чем вы только что говорили? Джа предложил девушкам сесть, а затем сказал, мы обсуждали богов, а именно тот факт, что они все еще бездействуют. Я подозреваю, что они просто хотят дождаться, пока мы не начнем сражаться с демонами. Но если нам удастся заблокировать последних в империи Будхан, то следующий под удар попадет империя Церкви Света, и тогда боги уже не смогут сидеть сложа руки. Лаура кивнула, а затем сказала, но если демоны действительно будут двигаться в сторону Империи Света, то зачем нам ждать? Давайте первыми нападем на светлых магов, и тогда боги тоже будут вынуждены начать действовать, Джа действительно не думал об этом. Так что когда он услышал, как Лаура сказала это, то просто не мог не моргнуть да этот метод действительно хорош если боги на самом деле собрались просто выждать тогда мы сами придем к ним и в этом случае они обязаны будут проявить себя ведь на континенте арк у них остался едва ли не последний оплот произнеся это Джая посмотрел на лауру и произнес хорошо но вам не нужно беспокоиться об этом идите примите души хорошо выспитесь и не стоит волноваться о ситуации снаружи Думаю, в ближайшие несколько дней все равно ничего не произойдет. Лаура улыбнулась, а затем попрощалась и ушла вместе с Ниримэк. Джа же включил экран, но не увидел ничего особенного. Нежить все еще стояла под стенами города, а его защитники просто отдыхали. Джа вздохнул и, повернувшись к Луизе, сказал, Луиза, пожалуй, тебе тоже следует отдохнуть. Я же тем временем проверю, как там гномы, и удостоверюсь, что все готовы к прибытию эльфов. Девушка кивнула и, обращаясь к Джа, произнесла «Хорошо, но старший брат, тебе следует быть крайне осторожным. Ты уже дважды сражался с демонами, и теперь они очень хорошо знают твою силу и постараются устранить в первую очередь именно тебя. Так что не рискуй понапрасну». Джа кивнул и ответил «Уверяю тебя, мне не о чем беспокоиться. К тому же, рядом со мной теперь будет Берри, а она эксперт божественного уровня. Так что вдвоем мы сумеем защитить себя». Ах да, верно, есть еще кое-что, что я хотел бы обсудить с тобою. Сейчас в пространственной ферме достаточно трав, чтобы продвинуть одного из нас на божественный уровень. Как думаешь, кто это должен быть? Луиза задумалась на мгновение, а затем ответила, Шинга из тысячи теней. Безусловно, первым должен быть именно он. Ведь все клоны этого колдуна также станут экспертами божественного уровня, а их у него более тысячи. С такими силами мы уж точно сможем ничего не бояться. Услышав это, Джа замер на мгновение, а затем сразу понял, что Луиза абсолютно права. Шинга из тысячи теней – это колдун, и если он действительно достигнет божественного уровня, то и все созданные им клоны станут намного сильнее. Возможно, они даже тоже станут богами. Впрочем, если этого не произойдет, то Шинга, управляющий экспертами 9 уровня, все равно будет намного сильнее обычного небожителя. Подумав об этом, Джа просто не мог не кивнуть, да, ты абсолютно права. Первым должен стать именно Шинга. Этот парень в настоящее время помогает в черной пустоши. Похоже, настало его время двигаться дальше. Луиза же улыбнулась и сказала, в черной пустоши по-прежнему довольно много дел, но все уже не так плохо, как было раньше так что я скажу Каир, пусть заберет его. Джа кивнул и сказал, в черной пустоши по-прежнему очень много работы. В конце концов, управлять таким количеством народа очень непросто. Но, к счастью, все они весьма дружелюбны, и различных материалов у нас предостаточно. Так что уже довольно скоро мы сможем забрать сюда Ракхеда и Блакхеда. А пустошью будут управлять рабы, что первыми последовали за нами. Но для начала необходимо усилить Шинга. Луиза кивнула, а затем встала и сказал «Пойдемте, брат Джа, сделаем зелье». Я уже проинформировала Каир, и она как можно быстрее доставит сюда Шинга. Глава 702. Эльфа и цветочный город. Когда Джа пришел к универсальной перерабатывающей машине, Каэр уже сложила возле нее все необходимые ингредиенты. Джа посмотрел на кучу трав, лежащую на земле. Женьшень, снежный лотос, алмазные плоды и много других растений. Глядя на довольно большую кучу, глава клана Буда вздохнул. На изготовление одного зелья требовалось очень много ценных ресурсов, а что если его нужно будет выпить несколько раз? Тем не менее Джа сказал «Хорошо, давайте начнем». И после этих слов Каир нажала кнопку «Старт» на универсальной перерабатывающей машине. Как только это произошло, белый свет окутал травы, а затем исчез вместе с ними. После того, как лекарственные материалы исчезли полностью, прозвучало уведомление. Переработка материалов начата. Срок создания 48 часов. Стоимость миллион золотых монет. Провожу вычеты, пожалуйста, будьте терпеливы. Услышав это, Джа горько улыбнулся. Пространственная ферма действительно очень сильно любила деньги. А ведь миллион золотых монет довольно серьезная сумма. Особенно если учитывать, что ему потребуется больше 10 таких препаратов. Кайер посмотрела на кислый вид Джа и не могла не рассмеяться. «Молодой мастер, тебе не стоит так беспокоиться, когда уровень пространственной фермы поднимется, тратить деньги на использование универсальной перерабатывающей машины не придется». Джа в свою очередь улыбнулся и ответил. «Я не совсем уверен, что действительно смогу дожить до этого дня». Услышав это, все остальные рассмеялись, они, конечно, знали, что Джа шутит. Ему просто не нравилось, что золотые монеты исчезли, но им не нужно беспокоиться о том, где же взять еще. Ведь сейчас даже без связи с континентом Арк они могут продавать товары пространственной фермы через магазин. Правда, в этом случае полученная прибыль будет значительно ниже. Естественно, имея столь огромный приток золота, глава клана Буда фактически мог обрушить всю экономику континента Арк, ведь стоит ему выбросить на рынок достаточное количество золотых монет, и деньги начнут терять свою ценность. Но, разумеется, джа так не поступал и вел себя весьма сдержанно. Сейчас же у них есть еще 48 часов, или, иными словами, два дня до того, как препарат будет готов. Хотя джа и был разочарован, что не сможет сразу же его заполучить. Но ничего поделать с этим он не мог, так что все вернулись в виллу. Дайшинга с тысячи теней хоть получил уведомление от главы клана Буда, как можно скорее завершить все дела и вернуться в пространственную ферму, не мог этого сделать. Так как работы оказалось слишком много, эльфы и гномы уже достигли черной пустоши, и Чжа обеспечил им места для проживания. С гномами оказалось проще всего. Как-никак черную пустошь окружали горы, вот в них они и поселились. Во-первых, гномы хотели проверить, может там есть какая-то руда а во-вторых им так намного привычнее. А вот с эльфами возникли проблемы. Они привыкли жить на древе жизни, но в черной пустоши нет ничего подобного. Да что там, в черной пустоши сейчас нет даже леса, только бескрайние луга, как в прериях. Тем не менее, Джа разработал специальный план и высадил необходимые деревья. С ресурсами пространственной фермы это было довольно несложно сделать. Хотя черная пустошь действительно огромна, но создать в ней вторые железные горы или эльфийский лес просто невозможно. Так что ни одно из предложенных мест не удовлетворило самих эльфов. Поэтому, в конце концов, от этого плана пришлось отказаться. К тому же, довольно скоро в черной пустоши должно появиться большое количество людей-беженцев. Поэтому у Джа не было выбора, кроме как обустроить эльфов в цветочном городе. Огромный заброшенный город находится внутри гнилой топи и был изолирован от иного мира. Так что эльфы были здесь в полной безопасности, однако, совершенно естественно, что они не могли жить в нем вечно. Так что это не более, чем временная мера. Кроме того, в цветочном городе находилась еще одна открытая пространственная трещина, ведущая в мир демонов, о которой лучше не знать всем остальным жителям континента Арк. Тем не менее, эльфам весьма понравился цветочный город. Хотя обстановка кардинально изменилась, они могли повсюду видеть красивые цветы, а о провизии беспокоился Джа. Так что эльфы чувствовали себя довольно комфортно. Однако эльфы – это не Тараса, что станет довольствоваться только этим. После того, как они расположились в цветочном городе, то поняли, что им нечем заняться. Не могли же они только есть и спать каждый день? Они ведь все-таки не свиньи, поэтому попросили Джа высадить деревья прямо здесь, в болоте. У Джа же не было иного выбора, кроме как согласиться. Естественно, он не стал решать все сам, а отправился в лес эльфов, чтобы рассказать королеве о сложившейся ситуации. Та, впрочем, сразу же согласилась, и они подготовили для нового места множество саженцев тех деревьев, которыми обычно пользуются эльфы. После этого эльфы действительно начали сажать деревья возле цветочного города. не стал останавливать их. ведь это позволит им проявить максимум их боевой силы. Сейчас в гнилой топе по-прежнему довольно много различных магических животных и нежити. Естественно, никто из них не станет соваться в цветочный город. Поэтому пока эльфы в нем они в полной безопасности, но сейчас обитатели лесов решили вырастить собственные деревья за его пределами, и, разумеется, обитатели гнилой топи также не станут их просто игнорировать. Впрочем, так как Джай забрал всех экспертов 9 уровня, эльфы вполне могли и сами справиться с подобной угрозой. Когда Джай организовал эльфов для посадки деревьев, то рассказал им о магических животных, но эльфам было все равно. На самом деле, даже в их лесу некоторые из магических животных время от времени нападают на них. Так что для них подобная ситуация вполне нормальна. Сейчас же Шинга помогал Грину справляться с различными проблемами, так как у клана Буда по-прежнему имелись проблемы с управленцами, а вот универсальная обрабатывающая машина не нуждалась в контроле, так что у Шинга все еще было два дня. Впрочем, ничего страшного не произойдет, если они немного подождут. В конце концов, демоны тоже пока ничего не планировали делать. Разобравшись с универсальной перерабатывающей машиной, Джа отправил Луизу отдыхать, а сам вместе с Берри вернулся в лагерь гномов. Несмотря на то, что сейчас те копают туннели, они не могут использовать так много рабочих одновременно. Даже более того, в основном прокладкой туннеля занимались их магические звери, поэтому большинство гномов находились в лагере. Оказавшись в лагере, Джа увидел, что некоторые гномы тренируются. В то время, как за пределами лагеря собралось довольно много людей, но они не заходили внутрь, а просто наблюдали на некотором расстоянии. Как только Джа оказался в лагере, к нему подошло несколько гномов и сказали, старейшина, с возвращением. Джа кивнул, а затем спросил, не подскажите, где сейчас старейшина Арихан. На что один из гномов тут же ответил, старейшина Арихан командует прокладкой туннелей. Джа улыбнулся и сказал, позовите его как-никак я пришел к нему, чтобы немного выпить. Услышав это, один из гномов кивнул и куда-то побежал. Второй же гном отвел Джа к месту, где жил Арихан. Как оказалось, это был просто маленький двор. Он относительно независим, но Арихан здесь проживал далеко не один. Во дворе находилось довольно много гномов, но сейчас все они были чем-то заняты, и поэтому никто из них не подошел, чтобы поприветствовать Джа. Это была еще одна черта народа гномов. Если гном что-то делал, то от работы его не мог отвлечь даже визит патриарха Билли. Джа некоторое время просто ждал, но затем во двор пришел старейшина Ариханы, увидев главу клана Буда, сказал «Так у вас есть время, чтобы навестить меня и немного выпить?» Джа слегка улыбнулся и ответил «Нет ничего такого в том, чтобы прийти к вам и выпить несколько чашек. Пока мы ждем эльфов». Арихан улыбнулся и сказал «Ну, обогнать нас они никак не могли». Ваша пространственная магия невероятно удобная вещь. Всего за несколько минут мы, войдя в проход, преодолели расстояние между Железными горами и городом демонов. Что не говори, а это просто невероятно. Джа слегка улыбнулся. Да. А через несколько дней зверолюди таким же образом отправят сюда своих воинов. Арихан улыбнулся и сказал. им да, мы на долгое время разорвали все контакты со зверолюдьми. Поэтому нам будет довольно приятно снова увидеть их. Что не говори, а нравы у зверолюдей и гномов весьма схожи. Но из-за действий людей мы оказались слишком далеко друг от друга. Однако, теперь все совершенно иначе. Похоже, Арихан был действительно весьма счастлив. В то время как Джа готовился выпить с Ариханом. их внезапно побеспокоил еще один гном. Старейшины, к городу приближается еще одна армия, но они летят на птицах. Так что, скорее всего, это эльфы. Глава 703. Угроза. Джа поднялся и, обращаясь к Эрихану, произнес «Я изначально хотел выпить с вами. Но теперь, кажется, что у нас не будет такой возможности. Эльфы умеют сражаться, но они чересчур гордые. Честно говоря, мне не очень нравится иметь дело с ними, но они тоже живут на континенте Арк и имеют право решать его судьбу». Причина, по которой Джа осмелился сказать об этом Арихану, состоял в том, что он знал, что после последнего инцидента гномы не очень рады видеть эльфов. Хотя Билли знал, что против него выступили только главные старейшина и кронпринц, которые на самом деле являлись членами Церкви Света. Билли отлично понял, что в целом все эльфы смотрят на гномов свысока, и это весьма разозлило его. После того, как Патриарх вернулся в железные горы, он, не сдерживаясь в выражениях, рассказал об этом всем остальным гномам. И теперь многие из них недолюбливали эльфов, но, чтобы справиться с демонами, были готовы терпеть их присутствие. На данный момент гномы собрали довольно неплохой капитал. У них есть много возможностей связаться с людьми. Оружие, которое изготовляют они, весьма популярно практически у всех рас. Так что среди нелюдей людей именно гномы живут лучше всего но высокомерие эльфов уже въелось в их кости. Это просто непостижимо. Можно сказать, что прежде чем они связались с гномами, их жизнь была не очень счастливой. Но после налаживания контактов, гномы начали продавать их предметы искусства, так что с каждым днем они жили все лучше. Однако, даже в этом случае эльфы продолжали смотреть на них сверху вниз. Впрочем, гномы умели правильно расставлять приоритеты, поэтому вполне могли и дальше работать с эльфами. Потому Джа мог смело говорить плохо об эльфах перед гномами. Без риска вызвать неприязнь или что-то похуже. Когда Арихан услышал, как Джаа это произнес, то просто не мог не рассмеяться. Да, эти парни такие. Хотя я просто не понимаю, почему эльфы считают, что живут намного лучше, чем гномы. Что не говори, а это странно. Когда Джаа выслушал Арихана, то не мог не рассмеяться. Да, это действительно очень интересно. Хорошо, я, пожалуй, пойду первым но еще загляну, чтобы выпить с вами несколько бокалов. Орехан кивнул и сказал, ладно, буду ждать. Джа в свою очередь махнул рукой и ушел. Возле входа в лагерь гномов его уже ждал один из стражей. Похоже, именно этот солдат принес сообщение о приближающихся птицах. Увидев Джа, он сразу же сказал, солдаты на западе города видели что-то далеко в небе. И попросили меня сообщить вам. Джа кивнул, а затем сказал, хорошо, сейчас проверим. После этих слов он призвал костяного дракона и, схватив солдата, запрыгнул нежити на череп. Безусловно, страж довольно сильно испугался, ведь это был его первый раз, когда он летел в небе. Плюс сейчас он стоял на огромной нежити. Вскоре Джа уже достиг западной стены. Глава клана Буда поставил стража на землю, а затем посмотрел на небо. Далеко-далеко можно было заметить стремительно приближающееся черное пятно. Но вскоре глава клана Буда понял, что оно не черное, а красное. Так что это действительно эльфы. Джа сразу взобрался на голову костяного дракона и приказал ему лететь к эльфам. И вот пятно становилось все ближе и ближе. Большинство тех, кого прислала королева, оказались лучниками. Правда было и несколько магов, которые, похоже, также являлись и командующими. Джа также увидел и знакомую девушку, юную принцессу эльфов Геллар. Она фактически лично возглавляла войска. Так что он развернул дракона и полетел рядом с ней. Добро пожаловать, капитан Геллар, пожалуйста, следуйте за мной. После этих слов Джа полетел в город, прямо к тому месту, где Бас приготовил лагерь для эльфов. Стоит отметить, что он был во много раз чище, чем лагерь гномов и зверолюдей. Геллар не стала ничего говорить, а лишь направляла эльфов за Джа. На этот раз лучники, которые пришли в город демонов вместе с Геллар, в основном были стрелками из арфы. Их число составляло 5000. Джаа разместил их отдельно в более богатом районе города демонов, где окружающая среда была относительно лучше. После того, как все приземлились и эльфы ознакомились со своим лагерем, Джаа подошел к принцессе эльфов и сказал «Капитан Геллар, без моей команды в ваш лагерь не войдет ни один человек». Если же такой глупец все же найдется, то вы можете просто убить его. Все необходимые материалы готовы. Если же вам что-то нужно еще, просто отправить кого-то ко мне или попросите напрямую. А теперь, капитан Геллар, пожалуйста, пойдемте со мной, я представлю вас генералу, что командует защитой города. Геллар кивнула и сказала, хорошо, ведите старейшина. Джахай кивнул, и они вместе с девушкой вышли на одну из улиц города. Правда вместе с ними отправился и довольно большой воин с двумя клинками. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, так как Геллар была принцесса эльфов. На этот раз прибытие эльфов привлекло гораздо больше внимания, чем войска гномов. Ведь эльфы являлись самой красивой расой на континенте Арк, и многие хотели на них посмотреть. Как только наемники увидели Геллар, то сразу же принялись выражать свой бурный восторг. Некоторые из них даже начали свистеть. Но стоило Джао холодно посмотреть на них, как все сразу же прекратилось. Естественно, эльфы также были весьма непривычны к настолько огромному числу любопытных зевак, но, тем не менее, они продолжали идти вперед с абсолютно холодным лицом. Джа же было совершенно все равно. В городе демонов много наемников и авантюристов. Эти люди, как правило, не очень хорошие, они приезжают сюда, чтобы поставить на кон свою жизнь. И для того, чтобы их семья и они сами стали жить лучше, эти люди готовы пойти на все. Именно поэтому глава клана Буда остановился и, подозвав к себе нескольких наемников, сказал, «Мне все равно, кто вы или откуда. Теперь эльфы, гномы и зверолюди – наши союзники, союзники, которых я пригласил лично. И поэтому, если кто-то посмеет быть грубым с ними, не стоит потом простить меня сжалиться. Если вы думаете сбежать, воспользовавшись суматохой, то знаете, куда бы вы ни отправились, я найду вас хоть на краю света. Не дай боги, кто из вас решит поступить необдуманно, в моей армии всегда будут рады новым немертвым. После этих слов Джая холодно посмотрел на собравшихся людей, и они тут же попятились назад. По правде говоря, большинство наемников и авантюристов являются преступниками, они делали плохие вещи в других местах, и теперь могут жить только здесь. У некоторых из этих парней на самом деле имелись весьма смелые мысли. Увидев красоту эльфов, они задумались. По их мнению, если выкрасть эльфа и продать его великому дворянству, то можно безбедно жить в роскоши всю оставшуюся жизнь. А благодаря хаосу, учиненному демонами, этот план вполне можно реализовать. Однако угроза со стороны Джа превышала во много раз все преимущества. Даже самые отъявленные головорезы больше всего боятся черных магов. Большинство слухов о представителях этой профессии просто невероятно ужасны. Некоторые говорят, что черный маг может заключить человеческую душу в мертвое тело, а затем начать задавать вопросы, где его семья, где дом, что ему дорого. После чего следовал приказ мертвой марионетки уничтожить все самые ценные для заключенной души. Человек, оказавшийся в подобной ситуации, полностью понимал, что происходит, но, тем не менее, не мог не выполнить данный ему приказ и своими руками убивал всех своих родных и близких. Поэтому, даже самые жестокие люди на континенте Арк боятся черных магов, так как они фактически являются воплощением зла и способны на невероятно беспощадные поступки. Аджа являлся самым могущественным из черных магов, поэтому никто из авантюристов или наемников не осмелился бы даже попытаться обидеть главу клана Буда. После угрозы со стороны Джа наемники и авантюристы вели себя невероятно благоразумно они не осмеливались и близко подойти к эльфам. Никто из них не станет рисковать, отлично осознавая, что в будущем его будет ждать нечто намного хуже смерти. Джа привел Геллар в резиденцию генерала, представил ее Бассу. Они некоторое время обсуждали тактику защиты города и чем будут заниматься непосредственно эльфы. Последних было гораздо меньше, чем людей или гномов, так как их раса не слишком многочисленна, и выставлять гораздо большее количество для борьбы с громадным числом демонов просто рискованно. Глава 704. Племя слонов. После того, как Геллар обсудила все с генералом, Джа отвел ее в лагерь эльфов, а сам отправился за племенем слонов. Стоит отметить, что эффективность работы короля зверей весьма высока. Прошло не так уж много времени, а он уже подготовил необходимые войска. Правда слоны не стали приезжать в божественный звериный город, так как если Джа заберет их прямо с базового лагеря этого племени, то это сэкономит у ему времени. Получив послание от короля зверей, глава клана Буда немедленно отправился в пространственную ферму, а уже оттуда перенесся к лагерю слонов. Слоны являлись одним из боевых племен в прериях. Они отличались невероятной силой и поэтому были довольно известны. Слоны намного выше остальных зверолюдей. Их рост достигает как минимум 5 метров, а у некоторых доходит даже до 7 метров. Естественно, что и оружие в их руках также очень особенное. Существует два вида оружия. Первое крупногабаритная булава – двуручное оружие. Оно намного больше, чем обычная булава зверолюдей, так как слоны обладают огромной физической силой. Вторым же оружием является мачете, но оно крепится к хоботу. Стоит отметить, что хоботы у племени слонов словно третья рука, они довольно гибкие и мощные. Так что если булаву в своих руках они используют для грубых мощных ударов, то при помощи мачеты наносят стремительные и точные атаки в самые уязвимые места противника. Когда Джа прибыл в лагерь слонов, они уже собрали 20 000 воинов и 20 000 боевых маунтов. Их армия может быть использована как кавалерия или пехота. Естественно, становясь кавалерией, они гораздо менее смертельны. А все потому, что боевые маунты слонов не очень быстрые, поэтому в бою против других всадников значительно проигрывает. Если же их рассматривать как пехоту, то все совершенно иначе. Каждый шаг пехоты слонов это устойчивое движение вперед. Хотя они не быстрые, но от них исходит просто невероятный импульс силы, который могут выдержать далеко не все войны. Поэтому боевые маунты слонов обычно не используются в сражениях, на них они перевозят необходимые им вещи. И стоит отметить, так как последние обладают невероятной выносливостью и силой, везут на себе они просто невероятно много когда Чжа уже подлетал на костяном драконе в лагерь слонов, 20.000 воинов были готовы, а вождь племени ждал Чжа. Правящим племенем у слонов являлись серебряные слоны. Их кожа была серебристо-белая и действительно, казалось, что слонов покрыли серебром. Но кроме этого их кожа также была невероятно крепкой, это и принесло им известность. Джа, все еще находясь за пределами лагеря слонов, позволил костяному дракону приземлиться прямо перед ним. Вождь племени, увидев, что глава клана Буда спустился, тут же поздоровался с ним и сказал «Вождь племени слонов Барт рад поприветствовать принца». Джаже, в свою очередь, быстро ответил «Я также рад встрече с вождем Бартом, но не стоит быть таким вежливым. Я действительно не думал, что вы сумеете настолько быстро подготовиться». Барт улыбнулся и ответил, увидев письмо от короля зверей, я не посмел пренебречь им, мы, зверолюди, давно хотели сразиться с демонами, но не ожидали, что нам повезет первым вступить с ними в бой. Для нас это действительно невероятная удача, так что стоило мне позвать, как все слоны довольно быстро собрались. Джа кивнул, а потом, посмотрев на слонов, сказал «Прошу простить меня, вождь, за доставленные хлопоты, но на этот раз нам необходимо как можно дольше удерживать город демонов. Сейчас же я не могу больше оставаться здесь, но чуть позже загляну к вам, чтобы вместе выпить». Барт улыбнулся и сказал «Принц, вы слишком вежливы, но будьте уверены, в ваш следующий визит мы устроим грандиозный праздник». Джа, услышав это, рассмеялся и сказал «Ладно, Пусть будет так. После этого он взмахнул рукой и произнес «Вождь, а кто будет командовать слонами?» Барт кивнул и махнул рукой, после чего к нему подошел молодой воин-слон. Вождь посмотрел на него и сказал «Это мой сын Баррис, на этот раз он будет командовать нашими воинами». Баррис же, в свою очередь, немедленно сказал «Рад встрече с принцем», но при этом его голос звучал немного неуверенно. Джао в ответ с легкой улыбкой произнес «Хорошо, можем отправляться в путь». Баррис кивнул и повел слонов в пространственную трещину. Когда все воины вошли в проход, Джая повернул голову и сказал Барту. «Вождь, прощайте, но мы еще обязательно встретимся». После этих слов Джаа также вошел в пространственную трещину. Когда Джаа оказался по сторону пространственной трещины, Баррис уже привел слонов на равнину вдали от города демонов. Увидев, что все готовы, глава клана Буда повернулся к Баррису и сказал, следуйте за мной, город уже подготовил для вас лагерь. Так что первым делом вам необходимо подогнать все под себя, чтобы было где отдыхать. После этих слов армия слонов последовала за Чжао в город. Люди в городе также видели приближающуюся армию, но так как ее вел Чжао, все понимали, что это подкрепление. Хотя не людей пришло не так уж много, само наличие подкреплений довольно сильно повлияло на моральный дух города. Солдаты знали, что эти подкрепления представляют собой три разные этнические группы. Это означало, что о них уж точно не забыли. Вскоре Джа привел слонов в их лагерь, его подбирали особенно тщательно, чтобы были дома с весьма высоким потолком, иначе зверолюди могли в них не поместиться. На этот раз приход слонов не стал такой уж огромной сенсацией, как появление гномов или эльфы. В конце концов, люди довольно часто воевали с обитателями прерии и поэтому недолюбливали их. Хотя империя Будхан не граничит с прериями, этот большой конфликт имеет для них огромное значение. Ведь по сути это битва двух раз, поэтому вполне понятно, что люди не самого лучшего мнения об обитателях прерий. Однако, прибытие подкреплений действительно позволило многим вздохнуть с облегчением. Ведь теперь сила защитников города значительно возросла. Более того, вскоре армии нелюдей войдут в империю Будхан, и вся ее территория станет огромным полем битвы. Теперь, когда все расы континента Арк действовали все вместе, главу клана Буда волновал только один вопрос, почему бездействуют боги. Устроив зверолюдей, Джа вместе с Берри вернулся обратно в пространственную ферму. Девушки в тот момент как раз ели и они также решили перекусить. Паев, глава клана Буда проверил, как там дела у демонов при помощи пространственного экрана. Но не увидел ничего нового, что заставило его заволноваться. Неужели демоны хотят тихо и спокойно построить город, но ведь это совершенно не похоже на них? Что, черт возьми, происходит, но в данный момент Джао все равно ничего не мог с этим поделать. Он был вынужден ждать, пока будет готово зелье, и в его распоряжении окажется намного больше экспертов божественного уровня, и лишь потом, используя нежить, глава клана Буда атакует. Уже прошло три дня с момента вторжения демонов, и за это время произошла всего одна стычка, так что можно было подумать, что между двумя сторонами воцарился мир, тем не менее, Джа отлично понимал, что это совсем не мир. Это просто затишье перед бурей, демоны ждут пока их эксперты божественного уровня восстановят свои силы. А глава клана Буда ожидает, пока изготовится препарат, что позволит ему увеличить количество богов на его стороне. Изначально Чжа хотел дождаться, пока боги сделают свой ход. Но те либо не реагировали, либо действовали слишком медленно. Именно поэтому он начал задумываться, может ему стоит для начала разобраться с демонами, а потом взяться за богов или хотя бы на некоторое время припугнуть демонов своей силой, и тем временем нанести удар богам. Этой ночью так ничего и не случилось. На следующий день Джа вышел из пространственной фермы и посмотрел на ситуацию снаружи. Остальные черные маги, верные Джа, также дежурили всю ночь. Ведь хотя они и стали экспертами 9 уровня, это не значит, что им не следует отдыхать, чтобы оставаться в хорошей форме. Глава 705. Больше всего беспокоит, в следующие два дня демоны так и не атаковали, но Джани сидел сложа руки. Он отдельно встречался с Баррисом, Апиханом и Геллар, а затем организовал совместную встречу, на которую пригласил их и генерала Басса. В конце концов, они должны все вместе защищать город демонов. После того, как они встретились, то обсудили свои будущие действия. Основная задача гномов – выкопать туннели. Конечно, гномам не нужно столько рабочих рук, чтобы рыть туннели, поэтому они также могут посылать войска, чтобы помочь всем защитить город. Люди будут защищать город и займутся патрулированием стены, чтобы ее не смогли внезапно захватить. Задача эльфов относительно проста. Когда Джа будет сражаться с демонами, они должны обстреливать врагов, находясь на безопасном расстоянии. Естественно, для этого они будут активно пользоваться мистическими орлами и своими арфами. Безусловно, многие эльфы являлись умелыми мечниками и превосходно сражались в ближнем бою. Однако они привыкли вести сражения в лесах, и поэтому сейчас были несколько неуверены в своих силах. Кроме того, демоны обладали слишком большой живучестью и силой, так что они вполне были способны нанести эльфам слишком сокрушительный урон. Тем не менее существовала более важная проблема, а именно племя слонов. Они прекрасные воины, и их защита просто невероятна. Но слоны слишком медленные, поэтому быстрых вылазок с их участием не организовать. К тому же, городская стена строилась людьми для людей, и поэтому она слишком узкая для слонов. Но ведь звероды действительно весьма сильны и должны принять участие в защите города. Так что, похоже, время слонов придет лишь тогда, когда демоны прорвутся через стену, и бой начнется на улицах города а тем временем зверолюди занялись транспортировкой различных материалов, так как их ездовые маунты могли перевозить за один раз очень и очень много. Также за эти дни защитники выкопали ров под стенами города, чтобы хоть немного притормозить атаку демонов, ведь если они навалятся на стены все вместе, то те просто не выдержат подобного натиска. И так через два дня произошло невероятно важное событие, но не в городе демонов, а в пространственной ферме универсальная перерабатывающая машина закончила изготавливать весьма важное зелье. Естественно, когда Шинга услышал, что Джа собирается использовать этот препарат на нем, то был невероятно ошарашен. Нет, безусловно, он знал о существовании подобного зелья, но никак не ожидал, что ему доведется первым его испробовать. Однако, после того, как Джа объяснил ему, Шинга наконец понял, почему глава клана Буда хочет, чтобы именно он первым достиг божественного уровня так что колдун не стал возражать и, уладив все дела в черной пустоши, отправился в пространственную ферму. Наблюдая за тем, как таймер универсальной перерабатывающей машины приближался к нулю, все начали чувствовать волнение, и атмосфера в комнате становилась все более напряженной. Это будет первый раз, когда Джао использует зелье для того, чтобы один из его подчиненных достиг божественного уровня. Так что вполне понятно, что он очень сильно волновался. Сейчас от этого зелья зависело очень много вещей: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Изготовление фармацевтического препарата завершено. Пожалуйста, используйте его в ближайшее время. После этих слов перед Джао появилась маленькая бутылочка. Эта маленькая бутылка помещалась как раз в ладонь. Это была самая обычная стеклянная бутылка, в ней не было ничего особенного. Но вот жидкость, что наполовину наполняла ее, выглядела просто великолепно. У нее был красивый темно-синий цвет, словно глубокое море. Жидкость казалась абсолютно прозрачной, без каких-либо примесей. Джа поднял бутылку и посмотрел на нее, а затем взглянул на универсальную перерабатывающую машину. Он никак не мог поверить, что из столь огромного количества дорогих трав вышло так мало зелья но делать было нечего, и глава клана Буда передал бутылочку колдуну, после чего произнес Шинга, если ты выпьешь эту жидкость, то уже назад пути не будет. Готов ли ты пойти до самого конца? Шинга внимательно посмотрел на бутылочку и ответил, да, молодой мастер, я готов. Джа кивнул и, посмотрев на колдуна, сказал, Шинга, если это зелье позволит тебе создавать клонов с божественным уровнем, то тогда мы больше не будем ничего бояться. Но даже если этого не произойдет, ничего страшного, так как в пространственной ферме мы всегда сможем вырастить новые травы для создания большего количества таких препаратов. Шинга кивнул и ответил, хорошо, тогда я пошел. Джа кивнул, а Шинга взял лекарство и отправился в свою комнату. В то время как все остальные вернулись в гостиную, Луиза посмотрела на своего возлюбленного и спросила, брат Джа, ты хочешь сказать, что Шинга не сможет добиться успеха? Джаак кивнул и сказал: Я абсолютно уверен в успехе, ведь пространственная ферма еще ни разу не подводила меня. Просто я не уверен, что его клоны также будут экспертами божественного уровня. В этом случае у нас будут проблемы. Беррижи нахмурилась. Мне неизвестно, сколько времени понадобится Шинга, чтобы достигнуть божественного уровня. Но я хорошо чувствую, что небесные дьяволы уже довольно скоро восстановят свои силы, и тогда нас ждут огромные проблемы. Джао вздохнул и сказал, нам нужно подождать несколько дней, не думаю, что нам стоит атаковать сейчас, так как саморазрушающая атака дьяволов невероятно мощная. Берри кивнула и сказала, для демонов нет большого стыда, чем быть побежденными и захваченными, поэтому, как правило, в подобных случаях мы убиваем себя. Вот только если последняя атака эксперта 9 уровня невероятно мощная, то у небесного дьявола она еще сильнее. Джа кивнул, за эту особенность он больше всего завидовал демонам, они не боятся смерти. Они считают войну жизнью и плен позором, что хуже смерти. С такой расой невероятно тяжело справиться в любой ситуации. Лаура, услышав это, просто не могла не нахмуриться. Она не думала, что демоны настолько жесткие. Если вдруг в войне между двумя сторонами произойдет мощный взрыв, то это может кардинально изменить ситуацию на поле боя. Естественно, Лаура просто не могла спросить Берри, а у демонов много экспертов 9 уровня, способных взорвать себя? На что девушка ответила, на самом деле это зависит не от уровня, а от наличия ядра. Так на континенте Арк все практикуют магию или боевую ци. У демонов точно так же, но только до 5 уровня. Именно на нем у нас формируется ядро и мы начинаем развивать демоническую энергию. Так что взорвать себя могут уже эксперты 5 уровня, впрочем не только они, а и демонические животные. Причем, если подобную атаку использует 5 уровень, то блокировать ее сможет только 7 уровень, а вот у 6 нет ни единого шанса. То же самое касается и всех последующих уровней, так что защитить себя от взрыва эксперта 9 уровня невероятно сложно, после этих слов Лаура еще больше скисла. Выходит, что даже эксперт 8 уровня способен нейтрализовать нескольких полубогов. Иными словами, если бы Джа отправил всю свою нежить атаковать демонов, то через какое-то время остался бы без армии. А ведь это основная ударная сила континента Арк. Естественно, сам Джа, использовав кристаллизацию, сумел бы защитить себя от подобной атаки но он никогда прежде не сражался с экспертами божественного уровня и не знал, насколько же они сильны, поэтому берег кристаллизацию для экстренных случаев. К тому же, как бы ни был силен Джа, ему никогда в одиночку не удастся одолеть ни демонов, ни богов, поэтому нежить 9 уровня сейчас невероятно полезно. Джа посмотрел на нескольких человек и слегка улыбнулся. На данный момент нам пока не стоит волноваться об этом. Сейчас меня больше всего беспокоит, что боги никак не проявили себя. Лаура кивнула и сказала, пусть нам неизвестно, чем заняты боги, но можно с уверенностью сказать, что они не станут размениваться на мелочи, и их ход будет невероятно мощным. Так что нам следует быть крайне осторожными. Джа кивнул, а затем нахмурился и сказал, хочешь сказать, что у них может быть иной план, кроме как завоевать континент Арк при помощи экспертов 9 уровня. Хотя, возможно, ты и права, ведь вторжение демонов очень сильно спутало планы не только нам. Лаура нахмурилась и ответила, они, наверное, еще больше встревожены атакой демонов, чем мы. Ведь благодаря Берри и Каэр у нас хотя бы имеются весьма точные данные о целях и силе противника. А вот у богов ничего подобного нет. Враг, которого вы знаете, не так страшен. Ибо вы можете придумать различные способы противостоять ему, но враг, которого вы не знаете, невероятно опасен, так как вам абсолютно неизвестно, на что же он способен. В последние тысячелетия богов видели на континенте арк намного чаще, чем демонов, но теперь демоны активно действуют, а от богов абсолютно ничего не слышно. От всего этого у Джа страшно болела голова. Джа не боялся выступить против богов, но он не знал, что именно они запланировали. В прошлый раз боги просто отправили своего собрата покорить весь мир, но теперь, скорее всего, они будут действовать иначе. Однако, Джа также понимал, что независимо от того, что же задумали боги, он обязан отразить их удар и нанести мощнейшую контратаку. Глава 706. Для меня это слишком несерьезно. Шинга из тысячи теней спокойно сидел в своей комнате, он еще не выпил зелья. Сейчас он находился в оптимальной форме и условиях но, тем не менее, он все еще не выпил жидкость из маленькой бутылочки. Хотя в своих руках он поворачивал маленькую бутылочку, разум Шинга был где-то очень далеко. Еще в тех временах, когда он, будучи убийцей, напал на Джа. Но теперь, теперь он эксперт 9 уровня и один из главных управляющих клана Буда. А при упоминании его имени в любой из шести империй, даже тысячелетний клан будет относиться к нему с уважением. Сейчас же он получил возможность стать экспертом божественного уровня. Все это он получил благодаря молодому мастеру, но сейчас на континенте Арк невероятно опасно. Вторжение демонов стало огромной неожиданностью для всех, и даже Чжа не в силах его остановить. Ранее Шинга весьма сожалел о том, что его сила была слишком низкой, и он ничем не может помочь Джа, но теперь это может измениться. Шинга никогда не думал о том, чтобы спорить с Джа и не только из-за кровавой клятвы, фактически она уже не имела какой-либо власти над экспертом 9 уровня. Но колдун никогда не думал о том, чтобы предать Джа. Ведь фактически именно благодаря ему он достиг столь огромных высот. Шинга посмотрел на бутылочку, и его глаза были полны решительности. Он принял для себя решение, даже если ему удастся стать богом, даже если его клоны достигнут божественного уровня, он и дальше будет следовать за Джаа. При мысли об этом Шинга внезапно почувствовал, что его сердце стало свободным, беспрецедентное чувство легкости охватило его, Шинга посмотрел на бутылку с зельем, а затем улыбнулся и открыл пробку, после чего выпил все до последней капли. Оказавшись в его желудке, препарат начал выделять огромное количество энергии. Шинга даже почувствовал, что все его тело уже было разбито на части этой силой, но он не боялся, так как верил Джа и считал, что глава клана Буда не стал бы ему вредить подобным образом. Так что пусть эта энергия свободно течет в его теле, он даже не пытался контролировать ее, так как с нынешним уровнем просто не мог этого сделать. И поэтому он мог только ждать. Сейчас Шинга чувствовал себя очень странно, кажется. Будто он оставил свое тело и парит в каком-то далеком месте, тихо наблюдая за собой. Его тело и душа оказались разделены, и это состояние было весьма забавным. Колдун словно сторонний наблюдатель смотрел на самого себя. Шинга не знал, сколько времени прошло, но в какой-то момент почувствовал, что энергия в его теле поутихла и сейчас спокойно течет по меридианам. Осознав это, Колдун понял, что преуспел ему удалось почувствовать, что его сила значительно возросла и сейчас намного сильнее, чем раньше. Однако в этот момент Шинга также понял, что его клоны все же не достигли божественного уровня, хотя и стали намного сильнее. Колдун вздохнул и встал, после чего моментально почувствовал новую силу его тела, а в следующий момент он создал своего клона. Как и ожидалось, тот все еще был на девятом уровнем. Шинга нахмурился и вышел из своей комнаты. В это время Джая сидел в пространственной вилле и смотрел на ситуацию за пределами города. Что же касается Шинга, то он ушел в свою комнату примерно два часа назад. Услышав звук открывающейся двери, Джая повернул голову и посмотрел на нее. В комнату вошел Шинга и сказал ⁇ Молодой мастер, Джая же увидел лицо колдуна и понял, что что-то пошло не так, Шинга, что случилось, тебе не удалось пробиться на божественный уровень. ⁇ Колдун же с тревогой ответил. Молодой мастер, все удалось, но только наполовину. Теперь я эксперт божественного уровня, но мои клона еще нет. Джа в свою очередь не испытал большого разочарования. Вместо этого он радостно засмеялся. Не стоит так переживать, было бы весьма странно, если бы все действительно сработало. В конце концов эксперты божественного уровня обладают огромным количеством энергии, и мне даже страшно представить, сколько у тебя ее должно быть, чтобы еще и создавать настолько мощных клонов. Шинга же посмотрел на Джа и сказал, но молодой мастер, просто когда я выпил жидкость, меня не покидало ощущение, что все мои клоны тоже могут достигнуть божественного уровня. После этих слов глаза Джа запылали и он сказал, действительно. Шинга кивнул и сказал, да, молодой мастер, это было довольно сильное чувство, поэтому я уверен, что мне не показалось. Джа кивнул и сказал, хорошо, не нужно мне так много объяснять, я, безусловно, тебе верю, Каир, когда мы сможем изготовить вторую партию препарата. В ответ же глава клана Буда услышал, молодой мастер, для этого нужно, по крайней мере, еще пять дней. Джаа кивнул и сказал: Хорошо, как только травы созреют, тут же запусти перерабатывающую машину, чтобы мы получили зелье как можно быстрее. Услышав это, Калер кивнула. Джаа повернул голову и, обращаясь к колдуну, сказал Шинга: Не думай об этом слишком много. Просто дождись, пока будет готова вторая микстура. Думаю, как только ты выпьешь ее, нам больше не нужно будет бояться ни демонов, ни богов. Колдун посмотрел на Джа, а затем произнес, Шинга хотел бы поблагодарить молодого мастера. Глава клана Буда, в свою очередь, слегка улыбнулся и ответил, не стоит, ведь как-никак, а мы из одного клана и должны помогать друг другу. А сейчас давай выйдем, мне уже надоело каждый день наблюдать за тем, как демоны совершенно спокойно строят свой город, так что сегодня мы должны пойти к ним и показать, что все не будет так просто, как они думали. Услышав это, Шинга рассмеялся и сказал, «Молодой мастер, вы абсолютно правы. К тому же, мне уже давно хотелось узнать, насколько же сильны демоны». Джа тоже улыбнулся, а затем обратился к Берри. «Берри, пошли, я хочу посмотреть, что же предпримет король демонов, чтобы справиться с нами». После этого они втроем покинули пространственную ферму. Оказавшись снаружи, Джа немедленно вызвал костяного дракона и они втроем разместились у него на черепе, а затем глава клана Буда призвал довольно много немертвых, что тут же образовали кубическую формацию. Джа улыбался и прошептал, «Луиза, Миган, вы вдвоем будете командовать армией. Если же нас атакуют небесные дьяволы, то оставьте их нам. Сегодня я хочу, чтобы демоны поняли, что континент Арк далеко не то место, куда они могут прийти, когда им вздумается, и делать то, что им хочется». Луиза и Миган, естественно, будут командовать нежитью из пространственной фермы. Стоит отметить, что город, который строили демоны, был довольно большим, и поэтому на данный момент они не продвинулись дальше закладки фундамента. Как только королю демонов сообщили о приближении огромной армии, его лицо не могло не измениться. Как и говорил Джа, сейчас в лагере демонов пять экспертов божественного уровня, но они еще не восстановились на все сто процентов. В прошлый раз демоны отправили в бой свои самые элитные силы с одной лишь целью, напугать Джа, и таким образом отбить у него охоту еще раз атаковать их лагерь. Естественно, король демонов также являлся экспертом божественного уровня, но чтобы Джа на них не нападал, он специально позволил другим небесным дьяволам продемонстрировать свое присутствие. Таким образом он надеялся, что Джа не станет действовать опрометчиво. Его план оказался успешным, Джа ничего не предпринимал, но каждый день приходил в город демонов и наблюдал за тем, как они понемногу строят свой город. Когда же сила экспертов божественного уровня полностью восстановится, они уже сами начнут досаждать Джа и всем защитникам континента Арк. Тем не менее, король демонов не думал, что сейчас внезапно почувствует, что помимо Джа у их соперников есть еще несколько экспертов божественного уровня. При таком раскладе у демонов нет ни единого шанса. Король демонов просто не мог не улыбнуться. Он считал, что Чжа весьма опасен, но не подозревал, что глава клана Буда начнет действовать так внезапно. Но больше всего его беспокоило, где Чжа взял еще двоих экспертов божественного уровня. Если на континенте Арк таких людей окажется довольно много, то выиграть эту войну будет весьма сложно. Но самая неприметная вещь для короля демонов ⁇ тот факт, что джа совершенно не подчиняется основополагающим законам континента Арк, такие невероятно могущественные существа, как они, вынуждены приспосабливаться под них, а какой-то человек их даже не замечает, но теперь у него нет времени думать об этом. Так как необходимо приготовиться к встрече с врагом. Поэтому уже через некоторое время его собственная карета с черным драконом летела в воздухе, а за ней следовало несколько экспертов божественного уровня. Слева от черного дракона верхом на черной лошади с красными глазами летел темный рыцарь в черных полных доспехах, огромным щитом и довольно большим мечом. Еще левее от него находился колдун, а если точнее, то самый настоящий лич, одетый таким образом, что больше напоминал большую летучую мышь. С правой стороны находился лучник, одетый в кожаный доспех с темным луком в руке и колчанами полными стрел по обеим сторонам талии. Также справа, но чуть дальше, находился убийца, полностью закутанный в темную ткань, так что можно было увидеть только его глаза. Как оружие он использовал только одноручный меч, глава 707. Территория пять существ, пять разных стилей, но с теми же характеристиками все они невероятно опасны. За ними же следовали демоны и демонические звери. Но войска нежити не атаковали. Когда они приблизились, то просто остановились. Это заставило короля демонов почувствовать надежду. Он надеялся, что Джа на самом деле не напал на них в этот раз, а прибыл с какой-то другой целью, иначе зачем нежити останавливаться. Чжа и еще двое, стоя на костяном драконе, подлетели поближе. В этот момент король демонов, глядя на Джа, заметил Иберри, а также увидел призматический кристалл у нее во лбу. Это заставило почувствовать его собственное бессилие. Затем он заметил и Шинга из тысячи теней, что стоял возле Джа. Безусловно, именно этот человек являлся третьим экспертом божественного уровня на стороне джа причем не менее опасным, чем сам глава клана Буда. Но самое главное, что в глазах Шинга было видно бесконечное доверие к Джа. Да что там доверие, скорее даже преклонение. Безусловно, это было бы совершенно нормально, будь он просто обычным человеком, но когда такие глаза у эксперта божественного уровня, это невероятно странно. Кто такие эксперты божественного уровня? Это самые сильные существа, как на континенте Арк, так и в мире демонов. Даже если ранее они были рабами, то после обретения божественной силы должны получить соответствующую власть и уважение, поэтому им не нужно ни перед кем склониться. При обычных обстоятельствах король демонов никогда бы не смог приказывать небесным дьяволам, даже сейчас они его слушаются лишь из-за распоряжения ордена Великого дьявола, в мире демонов никто не может игнорировать приказы Великого короля дьяволов, даже эксперты божественного уровня, именно поэтому они и выполняют приказы короля демонов. Король демонов посмотрел на Джа, что в итоге медленно остановился перед ним и глубоким голосом сказал, к чему все это? Неужели ты действительно хочешь сразиться с нами? Джа посмотрел на короля демонов и слегка улыбнулся. Король демонов, вы, ваше величество, хорошо знаете, зачем демоны прибыли на континент Арк, я это знаю, поэтому сейчас хочу спросить лишь одну вещь. Готовы ли вы отказаться от завоевания этого мира? На что король демонов, уставившись на Джая, ответил ⁇ Нет, Джа рассмеялся и сказал ⁇ Благодарю вас, король демонов ⁇ но есть еще одна вещь, которую я хочу вам рассказать. Фактически, все эти немертвые существа пришли сюда сегодня, чтобы насытиться. После этих слов Джая взмахнул рукой, и неживые существа позади него исчезли, а потом внезапно появились за спиной у короля демонов но теперь они являли собой бесчисленные вращающиеся конусы, острие которых было направлено на армию демонов. Лицо короля демонов тут же изменилось, а затем он махнул рукой и закричал «Убейте их!». Стоило ему это произнести, как его черный дракон тут же бросился к Джа. Впрочем, как и эксперты божественного уровня, Джа не отступил, его форма тела изменилась, костяной дракон у его ног исчез, а затем он, Берри и Шинга растворились в воздухе. Чтобы затем появиться возле лучника, кровавый призрачный посох в руках Джа также изменился, он превратился в огромную глефу. Подобного оружия на континенте арк не существовало, но Джа решил использовать его, так как в данный момент оно было наиболее эффективным. Джа выбрал лучника первой целью, потому что он представлял для них наибольшую угрозу. Лучники используют исключительно дальние атаки и крайне эффективны в ситуациях, когда их товарищи сдерживают нападающих врагов. Лучник, безусловно, не думал, что все обернется подобным образом, но это не значит, что он испугался. Напротив, его лицо показало намек на воодушевление. Он растворился в воздухе, а место, где он стоял, оказалось укутано черным туманом. И уже в следующий момент Джао почувствовал, как его тело стало значительно тяжелее. Ощутив это, глава клана Буда холодно сказал, неужели это сила его территории? Джа являлся экспертом божественного уровня, и поэтому он в принципе понимал, на что способны боги и дьяволы. Так по достижению божественного уровня можно создавать особую замкнутую область, в которой ваши силы будут возрастать до 120 процентов процентов, а соперник сможет сражаться лишь на 80 процентов, но не стоит считать, что все настолько просто. Эксперты божественного уровня не получают возможность создавать свою территорию автоматически. Нет, на самом деле требуется довольно много времени, чтобы научиться подобному. Кроме того, мало научиться создавать свою территорию, нужно еще и хорошо понимать ее особенности. Но, не осознавая силу своей территории, вы сможете использовать ее только на 80%. Можно сказать, что понимание территории и создание ее ⁇ это две разные концепции. В данном же случае эксперты божественного уровня демонов все еще не восстановились, поэтому сила территории лучника была далеко не максимальной, и глава клана Буда почувствовал лишь легкую тяжесть во всем теле. Вот только в следующий момент еще.